Да? Что за фигня? Добрый день, чат, здравствуйте. Так, сейчас мы готовимся с вами к просмотру стрима. Так, значит, добро пожаловать в World of Warcraft, собственно, который сегодня у нас будет в основном для фона. Сейчас мы еще переберемся в... в принципе, в БФАшную замечательную локацию, которую мы все любим, Баралус. И, собственно, вот здесь мы пока потусуемся чисто. Зацените моего персонажа Game Pass. Не реклама. Хотя, знаете, не смешно уже. Тогда было смешно, а теперь не смешно. Хотя Game Pass, наверное, еще как-то можно. Го лучше в таверну Златоземья. Ну, давайте, да, в таверне Златоземья всегда лампово, вот, поэтому там мы сегодня и побудем. И там вот будем смотреть, готовиться. Потому что стрим должны уже скоро завести. Если вы параллельно посматриваете там, то можете маякнуть, да, когда именно заведется, чтобы мы точно с вами знали. Вот, но тем не менее, скажу сначала следующее. Сейчас это крайне нетипичная ситуация, потому что мы с вами будем смотреть анонс нового дополнения. Не так, как мы это делали обычно. Раньше мы это с вами собирались осенью, где-нибудь в районе ноября, и спокойно смотрели BlizzCon. А, 5 онлайн. Я просто думаю, а не дурак ли я? Что, думаешь, что ты споришь с человеком повтором, вернее, со стримером повтором? Так вот. Мы обычно смотрим это в рамках BlizzCon'а, но последние, так сказать, года, они крайне нетипичны вообще для всего, что происходит с Близами, поэтому и в этом случае такое вот нововведение. 7 минут до старта отсчета, ну, то есть обратного отсчета, как бы. Они же начинают в 7, очевидно, заведут стрим чуть раньше. Вот, поэтому будем смотреть. Анонсировать будут уже не тайно, ни для кого, но анонсировать будут World of Warcraft Dragonflight. Обновление для World of Warcraft, в котором мы будем играть после Shadowlands. Shadowlands, в принципе, нельзя сказать, что прям аддон получился плохим, откровенно. Но я в него играл, наверное, меньше всего из всех дополнений. Даже в Дренор, я думаю... Я играл больше. Но во многом это связано с тем, что Близы очень с выходом Shadowlands убили вот это вот, знаете, чувство эксплоринга, когда ты мог какого-то еще своего персонажа покачать, поразвивать, посмотреть там альтернативные истории, альтернативные ковенанты, вот это вот все. Все надо было запариваться ради этого, а запариваться не хотелось. А на каком языке будет синематик? На русском же, да? Возможно, он будет на русском, но чуть позже, на официальном канале World of Warcraft.ru. Мы посмотрим его, в принципе, тогда, когда он выйдет. А на презентации, я думаю, мы увидим, конечно же, английскую версию. Так, Орк, что делают гифты на Вазде? Гифты на Вазде... Арчи Аркаш, а ты не будешь перебираться в Бетервоздовский чат, а не Рутони? Пока не знаю. Сейчас пока пусть так все поработает. Лучше пусть стабильно. Мы хотя бы с вами посмотрим обновление. Ну, в смысле, презентацию поглядим. А там, собственно, будет видно. Когда мы будем уже сидеть, обсуждать и говорить, как это было круто или нет. Но... Не хочу, да, спойлерить тем, кто все-таки ждет, но, по сути, аддон уже слили, в том плане, что информация есть. Конечно, нету подачи этой информации, мы пока не видим, насколько то или иное нововведение ожидает быть крутым, но я надеюсь, что мы это сделаем. Гифта на Вазде вроде просто хвалит канал, но я не знаю, на что это влияет.
Вот. Надеюсь, не налажают с роликом. Хочется чего-то на уровне синематика «Битва за Азерот». Между прочим, «Битва за Азерот» — это, по-моему, чуть ли не самый просматриваемый ролик, вот анонс «Битвы за Азерот», вообще из всех предыдущих анонсов. Просто потому что, ну, ролик шикарный. Будем честны, БФА на старте был шикарен. Да он и в принципе шикарен, за исключением последнего патча. Крутой. Да и предпоследнего такой себе тоже сомнительный слегка, с этим мехагоном Нержатаром. Но глобально БФА, конечно, мне понравился больше, чем Shadowlands. Стелла Фламенец. Во-во, какая тут кнопка удобная, орк крутой. Да, тут есть кнопка сразу донатить, если вам интересно, но... О, я не был в гильдии Not Like This. Как же так? Но если подводить итоги Shadowlands, то больше спорный аддон, чем прямо какой-то однозначный. Но очень в нем много было вот таких душащих механик, таймгейтов и прочих способов как-то ограничить игрока. И вот перед тобой вырисовывался этот путь, который тебе надо преодолеть, а тебе как-то и лениво даже. То есть ходить там... О, Дворч к нам идет, возможно. И вот заходит потрясающий рубль, и это... Забайтился на кнопку красиво. Спасибо, Фломик. В Бразилии ты часто... Ты очень часто играл. А в Шейл? В какой Бразилии? Да, давайте сейчас перекатимся, какие-нибудь ролики реально посмотрим. Может быть, что-нибудь найдем интересное. Так, во-первых, сейчас я посмотрю, где именно будет презентация. Такс. Для этого нам потребуется браузер. Как зайти в учетку на вас? Нажимаю «Войти», отправляю цифры на почту. Ввожу эти цифры. Не задонатите. Так ты же пишешь это на власть. И правда кнопка есть. Да, кнопка и правда есть. Так. Тут всякие арты. Это у нас осталось что-то, что мы смотрели со времен... Сейчас, где... Со времен нашего дня рождения канала, вот, собственно, всякие интересные рисунки от комьюнити. Между прочим, Нина и Человек-паук-орк, как Чел-медведа-свин. Но понятное дело, что вас здесь больше не Человек-паук радует, а Нина, поэтому существует альтернативная версия. Тот наш постоянный, так сказать, художник Зазу делала. Господи, в гостях у актера Александра Петрова. Так, давайте. World of Warcraft Channel. Шанель. Начнем с этого. Вот, значит... А, вот, Expansion Reveal стартует 18.49. Значит, вот отсюда мы стартуем. Арчи, привет. Привет. Как ты купил Elden Ring? До того санки или ты как это обошел запрет на покупку? Я купил до того. Вернее, я вообще не купил. Мне дали ключ. Но если бы я покупал, я бы купил до того, потому что, ну, игра вышла раньше намного. Хотя не намного. Но сейчас, если у вас есть казахский друг, или, возможно, вы каким-то образом сможете... сделать по VPN казахский аккаунт и пополнять его с помощью Киви в тенге, то сможете покупать все в Стиме, практически все в Стиме, соответственно, что вам хочется. Так ладно, значит, здесь все уже хайпят, орут, вот два, let's go, и так далее и тому подобное, Артаса. А, ну все уже, кстати, сейчас-то и начнется. Все очень плохо. На Вазде нет приложения на телевизор. Ты теперь не в 7-го-1-го. Не в 7-го-1-го? Так, Expansion Reveal. Что за кнопка? Кнопка донат, да. Ну, мы посмотрим, естественно, синематик не без всяких оповещений. Но разве что, возможно, я что-нибудь скажу. Типа, воу, жесть. Но я вам... Организую комфортный просмотр.
Так, значит, 10 минут 30 секунд. Что они не в компании? А я не знаю, кто сейчас смотрит и что они ждут. В конце концов, у нас это старая добрая традиция. Хотя мы все практически анонсы WoW пропускали, потому что нельзя было их рестримить в свое время. Но никто это не отслеживал. Я один как дурак не рестримил, когда рестримили все. Но теперь с рестримингом все вот... нормально. А последний BlizzCon, который мы видели, это был BlizzCon Online 2021. Так. Так. Сейчас я тут убью тогда эффект музыку. Стрим стартует. Ну давайте, какие-то виды. Даже не так плохо на самом деле. Сейчас... Ай, блин, сейчас заглючит. Да-да-да. Я, извините. Эх. Дубль 2. Так, во. А? Красота. Так, Орк, ты ведь переведешь? Я думаю, субтитры будут. Настройки, субтитры. Да, субтитры есть. Они... Да это ж... И нет, на русском. Есть польский, корейский, португальский, китайский, французский, испанский, английский, немецкий. Нету. Понятно. Что ж, не будет у нас даже субтитров на русском, к сожалению. Ну, я думаю, все плюс-минус будет понятно, наверное. Но если... Я буду понимать, что происходит. Я буду вам в том числе переводить. Но, как правило, синематики, они не особо сильно насыщены какими-то диалогами и прочим. То есть вот предыдущий диалог, что был. Болвар сказал Сильване, что не надо, не ломай. Она сказала, и сломала. До этого был Яндекс. А Яндекс, наверное, не умеет стримы переводить. Да, я заведу сейчас Яндекс, вы потом мне будете говорить. Все испортил атмосферу. Чат смени. Не-не-не, у меня сейчас все настроено, поэтому я оставлю так. Включи английский сабы, плиз. Кстати, это хорошая мысль. Субтитры. О, тот самый саунд из Цитадели Ледяной Короны. Стрим стартует через 7 минут 33 секунды. Свет! Камера! Донат! Блин, Арчи, я тебя сейчас посмотрю. А что я буду перед сном делать? Равно. Ну, еще был Elden Ring, я, правда, морал на босса большей части стрима. Blizzard — это наша бывшая, которая бросила нас, и теперь мы собирались посмотреть, что у нее нового в Инстаграме. Примерно так. Отключи говорилку и звуки донат. Во время анонса будет отключено. Сейчас мы сидим 6 минут 50 секунд, просто обсуждаем что-нибудь. Так, Альянс, Альянс пишут. У вас, наверное, там в кашу этот чат. На самом деле, человая картинка. Действительно, почему бы нет? Какие-то арты классные. Он дракон был. Ну как без дракона-то? Сегодня про дракона у нас... Ой. Я начал осознавать, что бить геймпадом по столу не очень безопасно. Ну, вернее, не нужно. Так что я перешел на эту стадию. Да все равно потом пересмотрят в одиночку, а раз уж кто-то хочет впервые смотреть со стримером, полагаю, они хотят получать его реакцию. Да все хотят своего, а потом будут мне высказывать, что что-то не так было. Этот говорил много, этот говорил не то, этот все, в общем, заруинил я уже изначально. Но на самом деле, да, мы же с вами смотрим, чтобы через нашу призму... Так, это как бы, если вы не поняли, аддоны идут по очереди. То есть мы... Это был катаклизм. До этого пошла Пандария. До этого был Лич Кинг. Вот мы на Пандарии. Интересно...
Интересно, будет ли... Интересно, будут ли в таком же порядке открываться классические сервера? Так, лучший с пандами. Ну, это, конечно, да. Орк, ты решил вас положить таким онлайном? Ну, я... Ну, что я виноват, что ли? Ну, встретим тут новый аддон зато. Будет что вспомнить. Смотрели мы уже анонс Шейл с говорилками и тремя стримерами. Чат так сечил, что надо молчать. Да, анонс... Не, не Шейла даже, а просто патча в Shadowlands. Шейл-то мы не могли смотреть с вами, я же там был. Так что, да. В общем, ностальгируем по всем дополнениям так вот, коротко. Вот оно, мое любимое. Рыба моей мечты. Дренорчик. Where the hood, where the hood, where the hood dead. Дренор принято считать одним из самых неудачных дополнений, но начало у него, конечно, было мое почтение. Очень приятные были локации, гарнизон более-менее, и все было хорошо, но внезапно случился Overwatch на середине Дренора, и из-за этого середина Дренора очень сильно просела. Хотя атмосфера была очень хорошая у этого аддона. Ну, Пандари, понятное дело, ее вообще боготворят, поэтому про нее что сказать. Катаклизм был моим первым аддоном, который я застал, именно старт, потому что я же начал в Лич Кинге, поэтому старт первый я видел катаклизма. Вот. Вика, хочется звониться, смотреть анонс. Ну, давайте... Я и набираю Дискорд. Так, пошло. World of Warcraft Legion. Это вообще всеми любимое дополнение. Хотя, на самом деле, душнины там тоже было порядочно. Порядочно, я бы так сказал. Вот эти фармы легендарок. Эти квесты в Аргусе. Это все-все. Ладно, хорошо, давайте созвоним с Викой после этого. После анонса. Обсудим впечатления. Вот. А анонс встретим тут с вами. Со зрителями. Вик, 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 Вик. Короче, давай вот посмотрим ролик и потом созвонимся. Жесть, но мы же уже созвонились. Я понимаю, но мы так вот на 2 минуты 25 секунд. Ты на Ютубе смотришь? Я еще не смотрю. Чат, дайте ссылку. Я просто в Драгонейре. Давай там 2 минуты уже. Уже Battle for Azeroth провожают. За 2 минуты уже смогла бы жопу продать кому-нибудь. Вот я это уже сделал, поэтому на Вазде сижу. А, понимаю. Ну, это у нас как бы один покупатель. Ну это ну, да. Хорошо, звони тогда. Хорошо, давай после ролика созвонимся. Давай. Угу. То ребятки хотят ламповости. Ну все, значит, прожим БФА. Блин, БФА реально был хорош. Я не знаю, вот последний патч и предпоследний патч. Предпоследний патч еще чуть-чуть так сдвинул парадигму, а последний прям вот ужасный вышел. Хотя прикольные были вот эти кошмары с Нзотом, но в целом, конечно, последний патч все испортил, на мой взгляд, БФА. А сейчас я вот даже заходил не так давно ностальгировать по битве за Азерот, качал персонажа в этих локациях. Классные очень локации получились, все душевно, лампово, Дочь морей. БФА был говном в плане наград. Сеты из рейдов убрали, острова лут не давали. Острова были неудачные, фронты были неудачные, в принципе. Но именно ламповость, мне кажется, на высоте была. То есть атмосфера, музыка, локации, сюжетик даже до какого-то момента, когда все совсем не превратилось в хаос. А теперь Shadowlands. Ну, Shadowlands, что могу сказать?
Сложно. Но скорее нет, чем да. Слишком уж реально отдалился куда-то Вов. Слишком стал космическим. Ой. Так. Сейчас. Вот, все, я здесь. Ну что, погнали смотреть. Стрим стартует сейчас. Через 5, 4, 3, 2, 1. Так. Blood and Gore, крут юмор. Драконы были. Да ё-моё. Драконы. Ну, синематики эпичные. Косплеи тоже эпичные. Мурлоки, One Love. Следующая глава нашего приключения начинается сейчас. Азерот. Так, интересно, как они подадут это. Всем привет, я Джон Хайт. В общем, главный менеджер Warcraft. И со мной сегодня мои друзья Ион Хадзи Костас, гейм-директор World of Warcraft, и Оли Лондейл, которая возглавляет производство WoW Classic. Слушайте, я очень рад, что... И мы очень волнуемся, конечно, с тем, что происходит с World of Warcraft, но сперва хотел поблагодарить комьюнити за ваш фидбэк, за то, что в комьюнити консили вот в этом участвовали. И вы увидите скоро, что мы сделали. Все, весь Shadowlands, вся его история — это о комьюнити. Вот. И мы поняли за время этого дона, что должны слушать комьюнити внимательно, и поэтому вот эти все 9.1.5 изменения и тоже, они были своего рода какими-то... меняли основы немножко. И вот 9.1.5, он как раз показал, как мы можем... слышать игроков и мутить контент для них, но и для нас. Так, что повлияло на ваше решение в последнем патче? Мы вот проверяли, все слушали, да, собственно, чтобы как бы понимать, что... произойдет. Так, а WoW Classic у нас что? Он вышел вообще из-за комьюнити. Да, да, они продолжают очень интересоваться. WoW вообще всегда был о мире и игроках, которые в нем находятся. И после того, как, например, эта комьюнити классики сформировалась, мы должны были слушать и его. И мы слушаем, соответственно, много времени на это тратим, уделяем много внимания. И вот мы, например, сделали эпоха мастерства, короче. Давайте поэкспериментируем, думали мы, пока там делали, и слушали игроков, фидбэк, все дела. And ran with it, yes. And turned... Да, да, как бы команда взяла эту идею и прям пошла ее делать. Например, вот этот Iron Man Challenge, как бы, который мы там сделали, и новый хардкор режим, вот это все благодаря комьюнити. Это ты за 5 часов умер. Так вот, да, это продолжилось в Burning Crusade Classic, мы там... побалансировали, не помню, кого, паладинов, возможно.
и мы бы без комьюнити это не сделали. Так, влияние комьюнити. Да, у вас есть другой. Другой анонс. Да, да, очень важная кроссфракционная игра в 9.2.5, которая сейчас тестируется. Что кроссфракция? 17-летняя традиция ломается. Да, да, это нелегкое решение, но... Но мы опять получили фидбэк комьюнити, запросы от них, и, собственно, мы поняли, что объединение фракций в рамках вот этого вот всего не так уж и плохо. Игроки смогут, соответственно, играть со своими друзьями. За ту фракцию, с которой они больше себя ассоциируют, которая им больше нравится, да. Тем более там у каждой раз своя история, все, и поэтому возможность как-то вокруг фракции плясать тоже нормально. Понимаете, я прослушал, что он говорил. Ну, что-то там про то, что Альянс — это не... Вернее, Орда — это не те, кто не наит Альянс, что-то в таком духе. Короче, кроссфракционные группы, да? Вот. Мы совместим, видимо, с четвертым сезоном. Посетим какие-то уже посещенные места. Мифик плюс ротации. Но и это будет уже завершающая часть Shadowlands. Ну а дальше мы... Да-да, хорошо для современных это все игроков. И этот ваш апдейт Гира тоже был неплохим. Много-много всего еще. Но следующее наше приключение в World of Warcraft возвращает нас на Azeroth. И да, мы коснемся кое-чего, что тоже наша комьюнити очень давно просила. Поэтому давайте посмотрим синематик. Десять тысяч лет назад. Короче, понятно, они решили всю презентацию построить вокруг того, что комьюнити типа. Это Алекс Транск. Какие-то хранители. Let the land slumber, hidden, even from our own eyes. You will feel our return in the waking of the land. Then must light the beacon of Tearhold, lest the path home be lost to us forever. Так, так. Десять тысяч лет спустя. Они просыпаются, потому что... Драматик оркестра мьюзик. Заметьте, пока даже не про драконов, хотя Алекстраза — дракон. Судя по всему, какой-то очередной редкон произошел, потому что кто эти товарищи?
Я не особо помню. Нет, это не титаны. Это какие-то Watchers. В общем, чудо-механизм вновь заработал. Столб начал что-то там вибрировать, загораться. Кто первый увидит что-нибудь знакомое из World of Warcraft, обязательно сообщите. Пока какой-то клевый фильм про ходячих статуй. Так, ну все, завелся механизм. Очень жалко чувака, мы его видели 2 минуты. Он пожертвовал собой. А нет. Они все-таки есть. Драконы. Лед полился. Мир заживает. Но ее судьба еще не ясна. Теперь мы вместе должны ее защитить. Начинается новая эпоха драконов. Dragonflight, все как было, собственно, да, в слитых источниках. Дополнение так называется, логотип точно такой же. Драконы! Драконы! Это круто! Воу! Жесть. Мы тщательно хранили секрет. Что мы увидели? Пробуждение драконьих островов, возвращение драконов, закат новой эры, в общем, вернее, рассвет, ну, поняли, да. Это вот причина, по которой мы особо с ними не встречались, да. Они, соответственно, эти острова были скрыты. Но до того момента пока не понадобились. Так, 5 зон стандартных будет в Драконьих Островах. Стандартная прокачка, новая стартовая зона. Можем ли мы рассказать... Драконьи острова — это место, где пересекается с элементальной энергией чё-то. Магма, лёд. И всё это связано с Dragonflight. Вот, и игрокам предстоит много изучить. А я чё, я смогу быть драконом? Ну что ж, давайте, да, немножко. Что так Dragonflight значит для вас? Да, вы у нас будет игровая раса драктиров. Это дракониды, драконическая раса. Но драконы в Вове могут превращаться в людей, да? А эти смогут? Да-да-да, у них будет уникальная билка, позволяющая им превратиться в людей, соответственно, наоборот. Но помимо всего этого, у нас и новый класс. Мы добавляем как бы... Показываем как бы игрокам всю историю изнутри.
через драконов, про драконов, для драконов. И только драктиры смогут быть вот этим новым классом Эвоукер, который тоже, кстати, слили все пока в точности. О, они могут, вот, видите, летать, как Аниксия, прямо. Много будет таких обилок драконовских. У Эвокера будет две специализации, они гибридные классы, или РДД, или Хил. Мы поняли, что у нас достаточно милишников уже, и хватит кожу тырить. Да-да, рейд-лидер вас за это полюбит. Да, поэтому это вот героический класс, они тоже будут начинать на 58 уровне, и у них будет стартовая зона. Другое, собственно, путешествие к текущему сюжету. А что про кастомизацию вы нам можете сказать? Что мы можем? Все, мы можем все. Цвет кожи, цвет башки, блин, волос, рога. Блин, реально рептилоиды. Новая зона, новый класс, новая раса. Может быть, в системах что-то поменялось? Да, конечно, новое дополнение, оно принесет новые системы, новые фишки. И в недавних обновлениях мы уже вот поняли, какие штуки надо стать позади и двигаться назад. И мы от игроков много слышали. By leaving a large part of your character behind, by leaving a large part of your progression behind. So this time around, what we're doing. Что, в общем, в этот раз мы решили сделать определенные изменения, улучшения. Например, систему прогрессии, таланты. Мы можем также показать вам наш новый интерфейс. Вот с появлением классики вы как-то вот обратили внимание на то, как таланты работали там и как работают сейчас? Да, конечно, и мы, да, потеряли где-то вот с Миссов Пандарии и после вот это уникальное билдов, классов и вот это вот чувство повышения уровня персонажа, но вот это чувство гибридности, которое было, оно было вот... Оно упускало людей, в общем, по определенным выборам. В общем, и поэтому гибкость вот этой системы позволяла кастомизировать таланты, например, для ПВЕ, там, для ПВП. Так, интерфейс. Да, да. Я взял 30-дюймовый монитор. Все мои бафы вот здесь, значит, там чат, и мои глаза такие: «Воу, воу!» Да, да, вы в этом не одиноки, мы много что сделали за годы минувшие для улучшения интерфейса, но мы решили улучшить его, как бы уж усовременить слегка, Вот, и игроки, конечно, пользуются донами там всевозможными. Но мы решили сделать кое-что, систему, так сказать, прямиком из коробки. Так, да, это позволит вам смотреть больше вот на красоту Азерота, а не двигать глазами туда-сюда. Что-то пока какой-то стрёмный интерфейс, если честно. Так, значит, что-то там про профессии. Там у кого-то шляпа охотника. Значит, мы, да, всегда у нас таблицы, ой, эти профессии по сбору ерунды были такими побочными, достаточно мы решили их вывести немножко вот вперед и сделать новую систему. Forged into a great sword,
Можно будет, получается, какие-то заказы оставлять, и кто-то, у кого профессия прокачана лучше, чем у вас, может эти заказы выполнять. Так, значит, Драктир идет на драконьи острова. А что, он с дракон будет еще? Что за фэнтези без драконов? Мы хотим представить вам фичу, которая называется «Черт знает как», я прослушал. Понятно. В общем, можно будет маневрировать на драконах, соответственно, и пикировать вниз. А у игроков будет кастомизируемый, соответственно, драконий маунт, который будет это все сделать. А будет ли какие-то возможности? Как-то надо будет свой скилл развивать? Да, да, будут определенные аспекты этого полета. И у вас, соответственно, будет ваш драконий компаньон с кастомизацией. Это, да, не необычный какой-то стандартный дракон, это дракон конкретно ваш. Поэтому вы можете выбрать, какого размера там у него будет голова, крылья, доспехи. Блин, это круто. Поэтому, да, Dragonflight, оно, это дополнение, 70-й уровень, драконьи острова, 5 зон в них. 4 стандартных уровня и новая стартовая зона для рептилоидов. Также новая система талантов, полностью переделанный интерфейс, более, соответственно, современный вид. Конечно же, дракон, на котором ваш собственный, блин, дракон. И, конечно же, стандартные достаточно вещи, как, например, данжи, рейды и так далее. Так, по поводу альфы. Да, следите за нашим сайтом, пожалуйста. Если вы хотите принять участие, то оставляйте фидбэк. Да, ребята, пожалуйста, есть еще о чем поговорить. Вы, наверное, уже и так догадались. Самое, наверное, любимое дополнение World of Warcraft за всю историю. Смотрите синематик. Вы думали, мы забыли? Вы думали, мы простили? Это типа фразочки из Лич Кинга всякие знаковые. Твое путешествие только начинается, юный принц. Я не могу смотреть, как ты делаешь это, Артас. Кровь твоего отца, твоего народа требует правосудия. Сын мой, в день, когда ты был рожден, сами леса Лорда Рона прошептали это имя. Артас. Почти как реклама сплющенка. Та старая. Когда мое время кончится, ты будешь королем. Продолжение наших классических приключений в 2022-м! World of Warcraft. Гнев короля лича. Классик. Что, невероятно, да, ребят? Каждый раз, когда смотрю этот синематик, вот, я получаю чиллс. Так вот, значит, Wrath of the Lich King Classic выходит в этом году и принесет много старых воспоминаний, синематиков и прочего, что вы помните. Да, ну как же не Синдрагоса на заставке? Это было, думаю, к первым дополнениям. Я помню, что я играл что-то там, короче. Падали вот эти всякие. Мы победили короля лища, и там этот выскочил из своего офиса, этот свой, такие «Е». А как вы знаете, с этим классом у нас также начинается первый героический класс рыцаря смерти, вот, с 55 уровня.
Да, мы его откроем, собственно, всем. Возможность прокачать во время припатча еще, чтобы они были готовы к путешествию в Нортренд, Нордскол. Так, да, вот для меня лично эти ревущие... Блин, как их... Я не помню. Седые холмы, во. Это запоминающаяся локация. Я вообще пойду, вот, конечно же, в Драконий... Так, давайте некоторые изменения обсудим. Что мы думаем насчет подбора подземелий? Это ведь... Да. Людям надо вот это вот собираться, контролировать все. Поэтому давайте типа разграничим, короче, хотите с рандомами, идите в актуал. Тут подбора не будет автоматического. Preferable and a better experience for them than arena teams. Also, with Wrath of the Lich King. Так, вместе с Лич Кингом появились, соответственно, парикмахерские. Мы будем ли добавлять какие-то новые штуки, которые попозже добавились? Real money fee. It was a paid character customization fee, right? Yeah. It seems the right thing to do that that just be available in game for gold and we add more options to it, right? It's sort of like spell batching in a sense. Короче, расширят парикмахерскую сильно, чтобы делать возможности смены как бы внешнего вида персонажа за, ну, внутри игры, а не за деньги, как это было раньше. A better version of just for the sake of nostalgia, and this is, we're happy to say this is one of those cases. So Wrath, the level caps being increased to level 80, so we'll be до 80-го, соответственно, будем ли мы будем, соответственно, для 70-го делать повышение. Поэтому вы даже можете его использовать даже за рыцаря смерти. Yep. И, конечно же, начертание у нас появляется. Поэтому как только мы начнем наше вот приключение по этой тропе, мы будем опять прислушиваться к комьюнити. Да, прекрасное время у нас тут выходит. У нас есть возвращение Короля Лича для классических игроков, драконы для всех актуальных, драконы. Это очень круто, скажи он. Да, драконы! Поэтому спасибо вам, ребята, что потратили это время, и с нами, и увидимся в Азероте. Да, в Нордсколе. Или на Драконьих островах. Короче, не сказали, или я прослушал. А, нет, подождите. О, Стив Денезер. Меня мозги кипят. Неудивительно, почему профессиональные люди это по 15 минут делают. Короче, это единственное, что я не понял, или прослушал, или они не искали сроки выхода Dragonflight. To this place that is kind of the broodlands of all the dragonflights, the place where they nested, where they built their civilization. Орк на офсайте выпустили новость на русском, где подробно расписано про дополнение. Давайте прогуляемся. Давайте посмотрим, добавили ли они на World of Warcraft RU ролик на русском. Resulted from the explosion of the Well of Eternity. Literal sundering of the continents. Так, вышел Лич Кинг. А Dragonflight не вышел. Почему так? Мы что, недостойны Dragonflight'а? Так, давайте, World of Warcraft. Блин, господи. World of... Так, значит, представлено дополнение Dragonflight. О, вступительный ролик. На английском, прикиньте, на русском сайте висит.
стоит ролик на английском. Ну я же прав, он же на английском. Dragonflight, он... А, нет, подождите, это на русском. Его он просто на английском называется. Так, ладно, давайте пока послушаем. Время на 12+. World of Warcraft Dragonflight. И что это? Это опять субтитры, что ли, будут? Тысяч лет назад. А, нет, на русском. Просто называется на английском. И доступ по ссылке почему-то. Наш мир расколот. Он кричит от боли. Мы должны... Описание дано на английском тоже. Типичный. Мы теряем нашу родину. Типичная поддержка рок-комьюнити. Какие-то стражи. Озвучка есть. Я, в принципе, тоже на это ставил, что озвучка будет. Просто из-за того, что нет никаких, не знаю, комьюнити-менеджеров или еще кого. Ролик называется... Называется на английском, описание у него на английском. Но если она пробудится, знайте, что мы возвращаемся. Вам нужно будет зажечь маяк Тирхольда. Или мы не найдем дорогу домой никогда. Так, ладно, ну что ж, это хороший знак. Ну, здесь можно сегодня, здесь можно подматывать, потому что тут как бы никаких диалогов нет. Мы это видели. Можно посмотреть еще раз на момент, когда хватает его Алекстраза. Так. Они байтят на жалость, на пожалейку. А? Вообще какие-то драконы флексовые стали, вы обратили внимание? Они вроде такие большие были, а теперь какие-то все худые. Короче, как приручить дракона вайбы какие-то. Раны мира заживают. В смысле какие-то? Их же титаны оставили за Азеротом смотреть. Да это я просто все плохо помню. Будем защищать Азерот. Здесь начнется новая эра драконов. Странный логотип градиентный. Так, что у нас там эти обсуждают, товарищ? Надо будет, конечно, потом посмотреть все это отдельно. Давайте почитаем, что на русском языке-то имеется из официального. О, лендинг даже. Ну, давайте для атмосферы. Драконьи острова пробуждаются. Алекстразе залепили живот. Так, все, сейчас я сюда к вам вернусь. Вот донат залетел к нам. Орк, блиц. Драконы или пандарены? Пандарены. Драконьи острова снова пробуждаются. Откройте новую эру героических приключений. Ну, арт был, получается, слитый правдивым. Соответственно, да, там даже вот похожий какой-то ракурс был. В общем, Алекстразе тоже живот заделали. Исследуйте драконьи острова. Драконы Азерота откликнулись на зов и вернулись, чтобы защитить свою родину, драконьи острова. Магия стихий и энергия жизни Азерота наполняют вновь пробудившиеся драконьи острова, и теперь вам предстоит исследовать их первобытные чудеса и раскрыть давно забытые тайны. Новая раса и класс. Драктир-пробудитель. Покорите драконьи острова, играя за очнувшегося от спячки драктира пробудителя первой комбинации расы и класса в истории А. А, я это не понял. То есть это и класс, и раса, то есть драктир могут быть только пробудителями, а пробудителями могут быть только драктиры.
Блин, ну выглядит реально как рептилоид. Наследие драконов. Драктир-пробудители сражаются с противниками и преодолевают испытания, переключаясь между двумя формами с широкими возможностями для персонализации. Задонатите. Гуманоидным обликом и устрашающим обликом дракона. Просил деда закрыть. Он закрыл и уснул. Сидишь такой на лестнице, ждешь, пока он проснется и откроет хату. Спустя 10 тысяч лет. Спасибо, Кирилл Индрих, за донейшн. Так, выбор фракции. Драктиры-пробудители стремятся сами быть творцами своей судьбы на Азероте и могут выступать как на стороне Орды, так и на стороне Альянса. Блин, а что они так плохо выглядят? Я вот понять не могу. Ну это же, ну плохо. Я не знаю, ну это не круто. Они выглядят реально как ящеры из Elder Scrolls какого-нибудь, как они там зовутся. Но, помните, когда выходили Пандарена, у них так модельки отличались, они были такие проработанные по сравнению со всеми. Теперь в Ульпиры не так стыдно играть. Ну это же капец, это же, ну вы посмотрите, ну... Я еще, вот мне показалось странным, почему они их не показывают толком, как бы, в ролике. Они о них говорят, да, но толком, там буквально пару кадров. Ну, блин, ну... Ну, это капец. Это же, ой, какой ужас. Что вообще, что вот это, что это за шлем? Зачем им шлем? Они что, голые будут такие ходить, или типа доспехи на них так смотрятся? А что это за гуманоидные формы вообще? Какой-то леший. Да, слушайте, я-то, конечно, рад, потому что я альтовод, я очень хочу поиграть за кого-то нового, я уж всех перекачал, устал, хочу иметь возможность покачаться за кого-то еще. И поэтому я-то, конечно, рад появлению драктиров-пробудителей, но что-то они визуально выглядят супер. Странно. Это примерно такие же ощущения, как вот когда первую модельку Соника показали в фильме. Так, выбор фракции. Особое видение. Познакомьтесь с историей драктира в ходе особой вступительной части и научитесь использовать новые способности, прежде чем отправиться на поиски приключений. Просто они по деталям, детализации выглядят как будто опять модельки из классики вернулись. То есть, ну что-то... Что-то я не знаю. Вот вроде всегда все было прекрасно с художниками, с визуализацией у World of Warcraft, но эти драконы... Это, конечно, что-то уникальное. Специализации. Драктиры-пробудители могут сражаться на средней дистанции, используя когти и смертоносное огненное дыхание, специализация опустошения, или усиливать союзников, полагаясь на дающую жизнь магию возрождения, специализация хранитель. Давайте ролик посмотрим. Так, бьет как бы в мели, но на дальней дистанции. Это как бы хилит. И все радуются. Я прям представляю, как такие разработчики. Типа, можешь зайти в игру, когда я буду хилить, ты такой, включите эмоцию, типа, еху! И все такие, еху! Блин, ну не знаю, у них еще это стойка такая, знаете, вот. Как описать? В полуприседе, короче. Вот типа того, вот такие вот. Чего-то не знаю, она им не особо идет, мне кажется. Так, ладно, особое видение. Это донат красивый. Спасибо. Тебе мы скажем за него спасибо. Нужен переводчик. Пиджаку, костюму Бруно сегодняшнему. Спасибо, Мортифер. Сейчас продолжим дальше делиться впечатлениями. Синематик дерьма, раса рептилоидов, графон в 5 полигонов в 2К20 и 2Ом. Живот Алекстразы. Уже хейтер Dragonflight появился. Узнаю,
Вов. И вот заходит потрясающий рубль, и это... Так, усиленные способности. Человеческие версии драконников выглядят как типичные CW или хипстеры. И вот заходит потрясающий рубль. Не знаю, вообще не понял, как выглядят их человеческие облики. Третьи бладельфы. Третьи бладельфы. Блин, ну вот с такого ракурса и с такой обводкой, кстати, ничего смотрится. Вот этот скриншот, в отличие от вот этого скриншота, или даже вот этого скриншота, этот просто самый стрёмный скриншот, который, конечно, с новым дополнением связан. И вот эти доспехи, ну доспехи-то что? Ну стыд-то какой? Ну что это вообще? Так, ладно, вот этот скриншот просто, вот, на него смотришь, и все, все сразу, желание пропадает. Но вот, например, на этом нормально выглядит дракон. Кстати, рога классные. Вот пока не видно его доспехов, он где-то со спины. Возможно, это будет тот пример расы, которую лучше наблюдать Спасибо. Спиной к себе, по большей части. Ну, собственно, мы и так наблюдаем Делай. Спиной к себе. Добавит, допилит. Не переживай, оркаш. Хорошо, спасибо, фан орка. Дарктир-пробудители усиливают свои драконьи способности с помощью магии. Заряжайте атаки и обрушивайте их на цели вовремя, чтобы добиться максимальной эффективности. КТЕ, что ли, или что это? Похоже на КТЕ. Так, станьте наездником на драконах. Освойте искусство езды на драконах. Нового способа. У меня драконов. Сейчас зайду в Вов. Будет штук 30, уж точно. Я уже такой эксперт. Так вот, исследуйте незнакомые земли и приручите 4 драконов с островов. Эти уникальные транспортные средства обладают впечатляющими возможностями персонализации. Настройте их под себя и создавайте поистине неповторимых драконов, выбирая из миллионов доступных комбинаций. Ну, насчет миллионов, это, конечно, может быть, загнули. Но в целом выглядит неплохо. Вот эту штуку, когда показывали... Так, отдалюсь. В принципе, выглядело нормально. То есть, сделать своего какого-то дракона... Ну, так, конечно, немножко по Sims-лайковому как-то, или Jurassic Park-овому, но в целом, да нормально вроде. Можно драконов пускать на лендинги, пускай летают. Можно один за другим как будто гоняются, как в буфонаде. Так, полет на драконах, покорение небес. Вика звонит. Вик. Я просто подумала, что нет смысла больше на самом деле пытаться услышать что-нибудь здесь. Вик, как тебе драктиры? Как тебе так сказать? Я думала, что так. Мертво умереть не может. Так. И что же было мертво? И нельзя пасть еще ниже. Орк, я пытаюсь оправдать, что у меня просто стадия отрицания. У меня, видимо, тоже. Но у меня пока больше всего расстроили визуально эти драктиры. Я как бы рад, что наконец-то новая раса, новый класс, наконец-то будет что покачать. Но, блин, не так выглядит странно. Прям, ну вот, не знаю, смотрю на них и плакать охота. Мне, в принципе, все здесь задает. Ну, мы с чатом что-то это охерели слишком. У тебя есть хоть один человек в чате, который написал: «Вау, это круто», там, ну, что-нибудь порадовало? Не, ну смотри, было круто вот момент, когда Алекстраза хватает этого стража. В целом, как всегда, графон прикольный. Вот, но мне кажется, они все-таки в ППХ это все делали, в том плане, что вот именно анонс сам, потому что там, если присматриваться, то как бы не так много геймплея и прочего, как вот они за столом сидят, болтают. То есть еще, видимо, мало что готово. Это самый плохой синематик,
который у них был. Я так скажу, самый не варкрафтовый синематик из всех. Вот. А это про драконов, орк, про драконов. Так ты играешь в игру про драконов, у тебя Dragon Age. Я понимаю, Вов, драконы, это же, ну ё-моё, это же очень важная часть истории. У них тут, и они нам рассказывают про целый драконий мир, который там был сокрыт, и что они показали? Они показали по губам нам драктиров. Было, да, нет, ну, кстати, локации вроде по скриншотам, если смотреть на сайте, то будут, возможно, красивыми даже. Так, ну, то, что они будут красивыми, может быть. А в чем, а с кем мы боремся? Что случилось вот? Что, ну, в чем суть дополнения? У нас просто есть новая локация? А что другой Азерот будет делать? Вик, ну ты понимаешь, что я вот пытаюсь понять... сам, но по сути, да, этот синематик вообще ничего такого. Короче, я поняла, с кем мы будем бороться. Чат, мне кажется, во всем виновата Орда. Надо снова воевать Альянсу и Орде. Короче, Вик, была спасительная кнопка на Азероте, как бы на крайний случай, вот это разбить при пожаре, соответственно. Если вдруг что-то с Азеротом плохо будет, с планетой, с Титаном внутри, вот, то дергай тогда этот маяк, вернее, столб, и прилетят драконы, все спасут. Угу. Вот. Такое. Ну, потому что с Азеротом что-то не так, уже 3 дополнения подряд. Но только мы пока не решали проблему Азерота почти. Все что угодно, только не это. Так, ну, нужен что Азерот? Ну, в Outland пойдем. Правильно, там давно что-то не так. Ну, или в третий мир пойдем, чё уж там нам. В мир Overwatch'а там. Так, ну вот, кстати, кастомайз драконов выглядит, ну, более-менее. Мне кажется, блин, несмотря на то, что я ненавижу летать на драконах в Вове. Ни на одном персонаже не используется маунт дракон, но тем не менее, вроде выглядит неплохо. Я так понимаю, на этих островах мы только вот на этих кастомных драконах и будем летать. И маневрировать. Там толком ничего нету. Они, потому что одни и те же кадры показывают и показывают какие-то тестовые, и все. Я думаю, что там еще куча всего не готово. Ну да, вот я об этом говорю, просто этот анонс, он выглядит немножко таким суматошным и мало понятным, потому что, ну я потом еще, конечно, досмотрю, потом, что вот обсуждали там Стив Данузер и так далее, но думаю, у них там на такой больше глубокой этой части, скорее всего, там концепт-арты и прочее, а именно, что показать, они, скорее всего, показали вот в рамках... презентации. Не показывали. И... Ну, попозже можно было сделать анонс. Ну, в целом-то да, можно было и попозже, но, видимо, у Вова теперь должен быть инфоповод раз в полгода. Вот сейчас как бы это, полгода назад там рейд, там, не знаю, полгода спустя Лич Кинг выйдет. Вот. Про Dragonflight, кстати... Про сроки, по-моему, так ничего и не сказали. Так, новый интерфейс. Там что, надо, получается, на бету заявку подавать? Блин, ну это... О! Ну вот это сейчас. На бету, да, подадим, конечно. Я просто... Вот это, что вот это? Вот, ну, я просто смотрю интерфейс. Ну, там вот там аватарки, ты видела, как выглядят новые? О, господи. ФПС потерялись, как только я пыталась что-нибудь... Нет, нет. Мне тоже кажется, чат, что Аркаша пытается сам себя утешить. Нет! Зачем такой интерфейс? Я хочу старый. А вот это, господи, так это надо Артемию Лебедеву отсылать. Срочно, в его эту прожарку, блин, как чат, она там называется у него. Dragon Age в игре 2009 года закастомили персонажа, который выглядит... в 100 раз лучше, чем они предлагают кастомизацию. Ну что это за иконки, Вик? Что? Ну, наверное, я просто... Я не знаю.
Ну ладно, чат еще нормально, но это, не знаю, из эпохи ксеноморфизм. Да ладно, вообще пофигу, тебе чат дают. Чем вообще можно... Ну таланты, таланты хорошо. Вот не надо тут, таланты хорошо, что... Это что талант? У меня таланты не забирали. Я играю в классический Вов. У меня как были таланты, так и есть. То, что у вас там на актуале наворотили, я вообще... Тут вон придется много ветвей, в общем, выбирать. И билд себе ковырять. Универсальный, там, ПВЕшный, ПВПшный. Ну да. Это хорошо, это хорошо. Талант — это хорошо. Новый интерфейс? Это ну, здесь плохо. Вот, когда он еще старый, он выглядит неплохо, да, он прям новый-новый. Мне кажется, мы деды такие, типа, о, фу, интерфейс поменяли. Хотя классический интерфейс самый классный. Я застал старт и анонс катаклизма. Я застал Пандарии запуск и анонс. Дренора. Просто драконья страна. Battle for Азерота. Легиона, вернее. Battle for Азерота. Шедоуленса. Тебя тоже лагает? И, наверное, это самый странный анонс, который я застал. Из всех. Что? У тебя лагает в сайтах? Да нет, я вот на нем сижу, сейчас читаю все это. Вот профессии тоже какая-то прикольная штука появляется. Заказы можно... Майнкрафтеры. Да, можно будет заказы выполнять. Тебя нубы попросят что-нибудь скрафтить. А ты такой, хопа, и на ремесленном аукционе, и скрафтил. Так ты так мог по, как бы по профи своей работать. Ну сейчас, ну, кастомизировали, как-то добавили всякие штуки. Блин, парите и пикируйте на драконах. А это правда достойно того, чтобы это хвалить и посвящать этому целую страницу? Ну, это, видимо, фишка, что у нас будет этот кастомный дракон. В свое время они что-то подобное пытались, но так, немножко на эту территорию зайти в Пандарии, когда вот эти все змеи были облачные и так далее. Надо было его выращивать. Вот, видимо, решили... Чуть-чуть это углубить. Ну, максимальный уровень. 70-й. Это очевидно. Новый рейд. Проникните в древнюю тюрьму первозданных воплощений, пока их сила, злая сила не обратилась против аспектов драконов. То есть новый рейд просто. Новый рейд. Так, древняя тюрьма первозданных воплощений. Вот что нас ждет. Новые подземелья. Захватите твердыню черных драконов Нельтарус. Исследуйте ранее неизвестные области Ульдамана. Так, сейчас, одну секунду. Орк, прочитай описание зон. Там написано, что мы идем. Ну, для проф может быть прикольно вот эта штука. Я просто проф и как-то не особо... Ну, я тоже не любитель проф, вот. Возможно, зря. Ну, интерфейс говна, конечно. Не, интерфейс новый. Я очень надеюсь, что это заглушка... Потому что... Да, типа, как будто с аддонами какими-то всратыми. Ну, это вот, ну, не знаю, времен Эксперла какой-то вот. Да, хотя даже у Эксперла выглядело как-то симпатичнее. Ну, не знаю, что-то очень странно. Это смотрится так. Тут говорят в описании локаций, по сути, сюжет... Горбатый. Написан. Горбатый. Герои Орды и Альянса ответили на призыв Алекстразы и прибыли в берега Пробуждения, чтобы поддержать красных драконов, а также помочь Гневиону освободить цитадель черных драконов. Дальше. В равнинах Онары. Эти зеленые луга — исконные земли племен могучих кентавров, давным-давно заключивших союз с зелеными драконами. Тем не менее, после смерти Изеры, будущее зеленых драконов оказалось под угрозой. Драгонфлайт — это... Короче... ...источниками и пляжем из аниме Кеку. Значит, на первой локации красные драконы и черные, во второй — зеленые. Лазурный простор, очевидно. Синие магические драконы. Вот. И там есть деревни Клыкаров. Ледяные вершины, племена гнолов. Тальдразус.
Бронзовые драконы из него наблюдают за путями времени, оберегают как прошлое, так и будущее Азерота. И, наконец, запретный остров, на котором обучают воинов-драктиров. Но после ужасного сражения покой острова никто не нарушал на протяжении веков, пока драктиров не пробудило возвращение древнего врага. А кто враг? В прошлый раз был тюремщик, да, но модель была не готова, поэтому его не показали еще, силуэт показали. А кто враг-то теперь? Новые подземелья, галерея. Вик. Подожди, но если драктиры... Я просто не дочитала все книги по лору Вова. Вот. И то, что я прочитала, я не встречала никаких котов-воителей, драктиров-воителей, хранителей. Вот этих вот, которые там что-то дрались. Но есть... Я не знаю, чат, может быть, это где-то написано, что вот была такая раса воителей, защищающие их покой драктиров. Алиса, кто такие драктиры? Трактир, устаревшее название. Или там трактир. Алиса, хватит. Или, может быть, у нас снова будет Смертокрыл? Ну, типа, мало же нам было Смертокрыла. Типа. Ну, в принципе... будет какое-то древнее зло. Раньше, его будут звать по сути, все эти роли исполняли аспекты. Конкретные несколько драконов. Там и Зера, Алекстраза, этот, господи, как его звали-то, ну, Гневион, Смертокрыл, да. До того, как стал Смертокрылом, забыл уже, Нардозма и так далее, а сейчас, видимо, поинт в том, что на самом деле куча драконов за всем этим следила, а не только вот эти аспекты. Не, ну драконов-то, да. Не, ну на бету я, конечно, зарегаю сейчас. Да надо будет зарегаться, да, но... Раньше можно было не регаться на бету, можно было как бы обратиться в ру-отдел Blizzard. Участие в бете, участие в бете. Все, я зарегистрировался. Ну, я не знаю, я же говорю, я даже ролик на эту тему снимал. Сейчас совершенно непонятно, что с ру-регионом, а тем более вот после всего... С ним и так потихоньку все бы ухудшалось. Я не боржа. Столько кринжа не унесу. Моя любимая рубрика. А что там на Нубклабе? Интересно, как там? Такая молоденькая, смотрите, красивенькая. Кто? Королева. Так, объявлено новое дополнение Dragonflight. Первый комментарий Снуп-клаба. Трейлер говно. Похоже на все, что угодно, но не на Вов. Более убогого трейлера еще не было в Вов. Плюс. Качество синематика совсем плохое, уж просто. Но это, кстати, не совсем... То есть с качеством-то там все нормально. Это YouTube опять его сжал, перешакалил. Вот, но именно... Он как бы, по, там, если смотреть с точки зрения художественной, да, и там, как он выглядит, там, может, красиво, там, да, как обычно у Близов, но он какой-то пустой, я не знаю, вообще какой-то... А, да, точно, я все думал, что напоминает. Новая уникальная раса со скелетом анимации воргенов. Точно, это же анимации воргенов, я думал, где-то я их видел. Качество синематика плохое, но это не то. Ну, в общем, все, видимо, о том же, что синематик на Вов совсем не похож, не напоминает Вов. За что нам это все? Нет, ну я все еще надеюсь, что у меня просто стадия отрицания, и все. Если честно. Плохой синематик, хорошее дополнение. Обычно так пишут. В это верят. Так, я не знаю, что там в этом. Я не знаю, что они говорят на презентации, но весь чат в ЛГБТ-флагах и что-то такое тут. Транскрафт тут пишут.
Так, что там происходит? Посмотрим. У меня, блин, почему-то немецкие субтитры по умолчанию. По умолчанию, да, немецкие. Кстати, русских нет, обратил внимание? Нет, есть в чате русские. Да не в чате русские, а про субтитры. А, нет, русских субтитров нет. Да есть русские в чате. Русские в чате, плюс в чат. Я не знаю, про что они говорят, но тут... Я не понимаю. Они тут уже все перестали. Ну, я поскольку вообще на середине пришел. Но чат пишет World of Gaycraft. А ты на Твиче, что ли, смотришь? Ну, да. Сейчас скажу, что пишут На Ютубе. Я вот смотрю на Ютубе, и у меня чат открыт, но я не слушаю, что они там говорят. На Ютубе пишут волков. В общем, видимо... Видимо, и на Ютубе то же самое происходит. Я не понимаю, про что они говорят, да. Скажи что-нибудь. А там ничего не показывают, они просто сидят за столом и разговаривают. Вообще ничего. Не, ну там иногда какую-нибудь концептику хватить можно. Да. А все, что в чате, это ЛГБТ-флаги. Продался. Там будут утки-геи? Куда стричь? Что? Ну тут тоже чат в утках, если что. Я не знаю, что это значит. Ну, получается, утки геи. Получается так. Если честно, да, сейчас тяжело понять, о чем они говорят на середине. Но в чате одни утки тут. Ну, не одни, но часто утки появляются. Так, во, какие-то концептики пошли. Ой, вот это прикольная штука, как у стримеров микрофон. Вот это работягу сделать. А, ну Майнкрафт, короче. Работяга Майнкрафт. Понятно. Yes. Ну, это, кстати, хорошая штука. Если, типа, будет визуализация такая вот, и надо будет, соответственно, набивать руду в условные... профы. Ну, вернее, профы всем нужны, но мне кажется, это не то, чего все ждали. Блин, прикольно, такой приходишь в рейд, короче, и... Такой начинаешь с себя снимать все эти каски и прочее. Такой, ребят, сегодня так много ресов собирал. А все, что ли, конец? Ну да. Это была финальная часть. Ну, походу, все. Премьера состоялась 9 минут назад. Ты в смысле 9 минут назад? Что ты мне... А что там, блин, произошло такое, что уток стали показывать? Там показывали уток. Ты видел новых типа челиков? Ну просто зверей в локации. Там же были эти утконосы. Ну да, все, закончилась презентация. Вау. Блин, ну. Что? Что это за бладельфы? Почему драктир бладельфы? Ну ладно, будем надеяться в этой кастрюле. Отсутствует в Lich King Classic, не будет функции поиска подземелий. Да, они об этом сказали, что типа они хотят разделять их Warcraft, и что, мол, за рандомами в актуальный, за ручным подбором. Ничего страшного, в принципе. Господи, чё мы... Не помним, как кричать «Не танк в ЦЛК, Last Try!» Там что-нибудь такое. Поэтому почему нет? Ну так вот это выглядит еще нормально. В таком исполнении. Не знаю. Я пытаюсь найти утки. Что же это за утки такие были? А как ты проглядел утконосов? Да там просто их 5 секунд показали, что вот такие вот эти. А на каком моменте? На профессиях? Нет, это когда челы рассказывали про локацию и про новых этих животных, которые они добавили, вот. А челы, которые обсуждали кастомайз? По-моему, да, я уже не помню. Но это вот после того, как посидели эти трое, потом пришли вот эти челы. Там сразу же их показывали. Планшет.
Так. У него кружка Blizzard там у чувака. Да у них король лич на фоне. И у меня что-то да значит. Это да. Так, ладно, это кастомайз. Работаю на Blizzard. Нет, я не, не на... Вот бы кто-нибудь взял и вырезал все геймплейные кусочки, то есть, чтобы потом все не хватать. А челы, среди них была девушка с синими волосами? I have a big question for the group. Помню, Аркаш. Я был, все было как в тумане, мне было плохо. My guess is like 15 years. Close, 18. Была, была, чат говорит, была. То есть на этом моменте утки, да? Вроде как, но это чату надо верить. Поэтому... А чату верить, как говорится. Так. Нет, ну, не знаю, чат, надо переварить это все. Надо это все переварить. Блин, думаю, они еще зумят эти панельки. Более... Они же, ну, прям, ну, вообще никакие. Вырежут весь геймплей. Я думаю, они уже это делают. Да нет, обычно это никто не делает. Ну, там, кстати, вот если стопорнуть, видно, например, что на заднем плане башня вообще без текстур еще. Совершенно. Вот, ну, блин, ну, этот интерфейс, ну... Я просто знал, что интерфейс будет другим. Это слили тоже, что интерфейс поменяют. Просто думал, блин, ну клево, на самом деле. Интерфейс следовало бы обновить, но... Утки были минут через 5-10. Ну да, они там в первых минутах там. Ну ладно, тогда до уток я уже их перелистнул. Ладно, Аркадий. Чмок пупок, пойду в Dragon Age. Да, давай удачи поиграть в Dragon Age. Давай, тебе получается насладиться алодами, я так полагаю. Ты думаешь, что я уже в WoW не пойду сегодня? Ну, не знаю. Ну, что ты собирался? А я сохраню интригу. А, ну хорошо. Ну все, давай, до связи. Пока-пока. Так, ладно, все. Короче, надо уток найти. Кому не сложно, найдите тайм-код уток. Вот. А теперь посмотрим, выложили ли здесь... Да блин, до сих пор, прикиньте, на русском канале до сих пор нету трейлера Dragonflight, вернее, он есть, но он по ссылке с английским заголовком Dragonflight Announced Cinematic Trailer. И еще и с описанием английским. Reveal in the Power of Dragons, New Race and Class Dragteer Walker. То есть, видимо, должен прийти специальный человек, перевести вот эту всю информацию, после этого они выложат на канал, но при этом Лич Кинга они уже выложили. Так, аддон для передышки как моб. Здесь люди более позитивные, вот под этим трейлером. Ну, вообще, конечно, честно, что-то я обычно всегда, знаете, в этом плане оптимист такой, что вот, вроде что-то спорное показывают, что-то спорное такое демонстрируют. Я думаю, блин, да нормально все будет, вот увидите потом. Может, оно так и будет. Может, реально будет все нормально и получится хороший аддон. Но как же что-то мне вот прям грустно стало после этого аддонца. То есть, конечно, я на второй сделаю ролик. Вот с, я могу быть полезен. Мнением. Все еще раз перепроверю, внимательно посмотрю. Вот, но пока что-то совершенно не позитивные эмоции. Единственное, что меня радует, так это то, что теперь можно качать новый класс и расу. Вот, это прикольно. Ну, в том плане, что я люблю качать персонажей, поэтому, возможно, я сделаю себе мейна на этот аддон как раз вот Драктира.
Хотя там, блин, систему ведь талантов переделают. По-хорошему бы вообще каких-нибудь классных классов еще попрокачивать. Донат. Утки в Дискорде. Дополнение говно. Спасибо, Шакал. Пока еще, да, это всего лишь анонс утки. А, все, я понял, что за утки. Только не знаю, как их теперь на стрим вывести. У меня же Дискорд на другом компе, ладно. Короче, потом покажу уток. Орко-рептилоиды тоже будут ездить на драконах? Но мне хотелось бы верить, что рептилоиды сами смогут летать. У них же, блин, крылья. На кой им хрен крылья? Вот, кстати, Ворген. Видите, это нынешний драктир. Просто, судя по трейлеру, у них одинаковые анимации. Короче, то ли это очень сыро, и они просто что-то показывают, лишь бы что-то показать, то ли, конечно, очень грустное дополнение намечается, но... До встречи. Хочется верить, что все-таки, наверное... Они просто в ППХ этот анонс делали, потому что, ну, там видно интерфейс, если он будет таким, это будет провал просто. Потому что зачем? Это очень плохо. Вот текущий интерфейс по сравнению с этим вообще красота. Он хотя бы в своем стиле, да, возможно, он не из 2022-го, но он не выглядит как... Как я, который пытался рисовать интерфейс. В фотошопе. Главгат от Дона утка. Утки 46-я минута. Так, тогда давайте вернемся. А, где у нас эта презентация? Сейчас обновлю, а тут премьера. 46-я, это значит после 45-й или после 46-й? Это знаю я. Так, ну, Гневион, внезапно появившийся опять в БФА, развлекается и дальше. I love the Jardin so much. They're half giants that wield the power of magma, and when the Waking Shores and the Dragon Isles, they're massive. They're riding giant lava mammoths. Lava mammoths. And they were the enemies of the Dragonflight for so rise up. As the Red Dragonflight have the mandate of nurturing. 46, это перед 47, понял. Значит, все-таки 47-я минута. Поправил, а вот утки. Best thing in Waking Shores, right? What? This is true. Ducks. We finally have those webbed feet hooligans in our game. We cracked the technology. They We've got them. They can figure it out. They yep. can fly. You should be proud. Thanks. We should be proud. Ой. Ну что ж, видите, ребята... Хотя бы утки, все. Но мне кажется, утки — это мем. Теперь на ближайшие кучу месяцев, в общем, будет мем про уток. Так, пойду в Личкинговское какое-нибудь подземелье, и там буду присутствовать. Полностью оправданы. Получается, да. Что, стоите, ждете нового аддона? Вы готовы на Драконьи острова? Ну, значит, какие резюме? Сливы все-таки опять просочились, да, я все это сегодня утром уже знал, что будет новая раса класс. Единственное, в том сливе было еще информация, что аддон выйдет в этом же году и откроют предзаказы, но что-то я не видел пока ни сроков, ни предзаказов, поэтому все-таки, наверное, аддон выйдет не в этом году. Судя по тому, что у них даже вот на их скринах там видно прям недоделанные куски. Вот опять же, это башня без текстур. И про уток знал? Нет, про уток, конечно, не знал. Но утки, да, утки тащат. Утки, А касательно вот именно драконьего контента, опять же, тяжело судить, потому что по нечему судить примерно. То есть то, что показали... Ну, мне не хочется верить, что это вот финальный продукт. И если это не финальный, то и что тут посудить-то? То есть, возможно, драктиром этим сделают анимации другие, не как у Воргенов. Возможно, они станут выглядеть лучше хотя бы в человеческой форме, потому что сейчас
что-то прям там совсем... Ну, то есть, если вы хотели создать вот максимально такого вычурного персонажа, у которого все не сочетается совсем, то вот, да, Драктира сейчас можно сделать в человеческой форме, он будет выглядеть... Черный плащ. Только крякни, он появится. Новый класс — это хорошо, потому что 6 лет уже без нового класса живем. Демон Хантеров уже качать устали. Интерфейс отвратительный, простите мое мнение, но это просто мрак. То есть, ну, зачем? Не знаю, не понимаю. Так, ладно. Возможно, его доделают. Ну, его должны, я думаю, доделать, потому что если они... То есть всю эту презентацию Близы подавали как бы под соусом того, что они слушают комьюнити. То есть вот эта вводная часть минут на 10, она была как раз об этом. Типа, ребята, мы очень слушаем комьюнити, типа, для нас важны вы игроки. Вот мы опять напомнили про свой вот этот комьюнити-консил. Который, ну, помните, там, этот совет сообщества, который на форуме, типа, самые такие отбираются люди, какие-то, не знаю, громогласные, и они высказывают Близам от лица сообщества какие-то претензии или идеи, или пожелания, или еще что-то. Потом он нас подвел к тому, что и вообще весь контент сейчас, он как бы сделан во многом по отзывам игрокам, что вот без их отзывов не появился бы классический WoW, и мы благодаря их отзывам там вот в БК, например, паладинов понерфили, в Shadowlands мы, опираясь на отзывы игроков, сделали 9.1.5, сейчас сделаем 9.2.5, вот игроки тоже просили типа объединения фракций, и это мы тоже сделали, в общем, мы слушаем комьюнити. Поэтому я надеюсь, что они послушают комьюнити, и я надеюсь, что комьюнити, по крайней мере, на некоторые вещи укажет, потому что, ну, я не считаю себя прям совсем каким-то, знаете, таким вредным, ворчащим и чванливым, но, по крайней мере, знаете, отбросив личные эмоции, интерфейс действительно выглядит, на мой взгляд, слабо. Вот, и это, я надеюсь, донесут и его переделают, вот. По крайней мере, с этим. А с Драктирами, конечно, ну, приключения, видимо, надолго. Это вранье насчет комьюнити OrcPod. А это я, OrcPod. Всегда мечтал о новой расе, чтобы Blood Elf и жаба. Вот, ну... Вы не богаты. Арчи. Тут как с неудачным сексом. Сегодня мы, конечно, кринжанули. Но по-настоящему стыдно будет завтра, когда мы все осознаем. Да, возможно, что да. Нет, я очень надеюсь, что это реально просто вот пришел кто-то в офис и сказал: ребята, чтоб через неделю у меня была, блин, презентация. Новинки и сайт готовый, вот. Они такие: подождите, через неделю мы не ослышались? Да, чтобы ровно через неделю уже был анонс. И вот примерно в таких условиях вот им пришлось его делать. Потому что мы наблюдаем с вами тенденцию, которая, на мой взгляд, вот как раз такая достаточно грустная. В том плане, что Blizzard показывает контент раньше, чем у них есть что показать вообще. Анонс Overwatch 2, вспомним. Что это вообще было? Никак вы что это не было? Задонатите. Бедный Джефф Каплан не мог даже описать, чем Overwatch 2 отличается от Overwatch 1, почему это сиквел, почему это не DLC, хотя выглядит как DLC, и так далее, и тому подобное. Shadowlands, когда анонсировали, там хотя бы был синематик, конечно, эпичный, но помимо этого они показали злодея, который не готов. И потом, когда у нас появился тюремщик, он выглядел вообще иначе, чем его силуэт в трейлере. И когда показывали, соответственно, вот, типа, темные земли, тоже там мало что было продемонстрировано и на этой
на самом выставке можно было поиграть только кусочек Бастиона такой, как бы не обращать внимания, что я летаю туда-сюда, я жду очередь в данж. Вот. И сейчас то же самое, даже хуже. То есть сейчас еще более недоделанный, на мой взгляд, контент показывают. То есть раньше как-то вот в анонсах все было вот подогнано, что ли. То есть показывали какие-то реально имеющиеся штуки. То есть он, помните, Дренор, демонстрировали переработку раз, которую задержали потом еще. Я не помню, была ли она на старте. Но ее точно задержали и точно дополняли другие расы потом. Что, кстати, тоже не очень хорошо. Вот. Если Жорж, я тоже подумаю, подрублю. А, это гном писал. Короче, на мой взгляд, это выглядит еще более недоделанным, чем все предыдущие анонсы. Вот. Поэтому очень какой-то форсированный явно был задел вот на этот анонс. Не знаю почему. То есть вот почему-то они должны были это показать. Ну, видимо, на фоне новостей, скандалов и так далее, все-таки близкие хотят давать типа позитивные инфоповоды какие-то о себе, а не только то, что в очередной раз кто-то там с кем-то судится, кто-то какой-то профсоюз закрыл, кто-то еще что-то. Квелар, спасибо за донейшн. Игроки все эти годы просили какую-то хрень, поэтому мы сделали какую-то хрень. Ну, не знаю, но я даже без понятия, от кого это пошло сначала. Это игроки придумали Драконьи острова, или это все-таки внушили игрокам, что они придумали Драконьи острова? Ну, не в смысле придумали. Почему так сильно эта тема форсировалась? Вот. Ведь уже год где-то примерно все говорят, новый WoW аддон будет про Драконьи острова. То есть для этого, ну, это ни для кого не стало тайной, кто там сидит на каких-то профильных сайтах и видит, что обсуждается. Так, Орк, я не могу спать, не получив ответ на этот вопрос. В этом вопросе нет расизма и чего-то другого. Это обычный интерес. Меня очень волновало последние два дня, какой цвет загара у орков. Как насчет посмотреть новые трейлеры? Темно-зеленый. Ну, я могу на фоне пустить, там звук важен по большей части. А вообще, конечно, я все эти реплики наизусть знаю. Не, Лич Кинг хороший аддон, но я не знаю, буду ли я в него играть. То есть я его в БК-то толком не смог. Сейчас, конечно, возможно, пофорсирую, хотя у меня подписка уже кончится меньше, чем через месяц. Но, может быть, продлю ее через какие-нибудь там карты, пополнения и так далее. Вот что хуже, пандарены или драконы? Ну, если честно, драконы. Потому что пандарены, они хотя бы обладали такой вот аурой веселости, несерьезности, несуразности. В общем, ты такой, блин, клево, пандарены, короче, у них там вот эти цепочки такие веселые, типа там я, этот Чен, буйный портер, да, я пришел, у меня тут моя родня, в общем, у них пивоварня, давайте я с ними затусую, рядом Лили бегает, вот это вот все, и вы такие ха-ха-ха-ха, радуйтесь жизни. Ну, правда, в соседней локации в это время огромные муравьи и прочие насекомые всех гопают, вот, но неважно. В синематике Пандари хотя бы был орк, который сражался с хуманом. Между прочим, там большую часть времени орк сражался с хуманом. Пандарен там появился уже сильно к концу ближе. А здесь большую часть времени каменный чел лезет на столб. Вот, то есть, ну, до того, как прилетели драконы, вообще, да, действительно не было понятно, что это про WoW. Да и, в принципе, с драконами тоже не совсем понятно, что это про WoW, потому что что-то в драконах они изменили. Я пока не могу уловить что, но эти драконы, они как-то иначе воспринимаются чуть-чуть. То ли я совсем с ума сошел. У меня вот есть дракон Аникси.
Дракона Никси. Сейчас давайте рассмотрим. Ну хотя... Не, блин, просто если вспомнить, например, форму Изеры дракона. Вот, давайте вернемся сюда. Так, Изера Синематик. Не знаю, как там Изера пишется. Через Y. Так, не Реборн, а Дес. Вот. Ну, короче, вот. Видите, какая-то совершенно другая форма, другие пропорции. Хотя в целом, конечно, похожи, но они как будто какие-то слишком худые стали. Тощие. Хотя, черт его знает. Не знаю, пока не могу понять. Что-то в этих драконах меня смущает, но пока не могу. Мне кажется, они какие-то, да, слишком тощие получились. Невозможно найти никак в подземелье Личкинга танка и хила. Вот тем временем. Драконы. Это у меня дракон. Это Аниксия вообще-то. Я фармил 10 персонажами. Я даже не шучу. Драконы каждый аддон в пропорциях изменяются. Ну, короче, не знаю. Я просто к тем уже привык, к драконам. А тут какие-то опять новые драконы. Ну ладно. Драконы и драконы. Конечно, я не фанат драконов. Ну вот. А в Elden Ring вообще драконов ненавижу. Но, что ж, надо просто принять это. Что следующий аддон будет про драконов. Возможно, после этого аддона я полюблю драконов. Но скорее вероятен сценарий, что после этого аддона я полюблю Shadowlands. Да, у Ликстраза попа уменьшилась, вот входите. Так не было человеческой формы Аниксии, ой, этой Ликстразы. Нигде особо показано, кроме как на том арте, где ей живот-то закрасили. Очень, говорю, ироничная фигня при учете, вот как я в ролике говорю, что у Алекстраза и Сильвана была одна и та же моделька. Да даже у, по-моему, Изеры была та же самая моделька. С драконами все понятно. А что ты скажешь насчет драконец? Так то же самое. Драконы, они, видите, они бесполые какие-то. В том плане, что вот как понять, кто перед вами, дракон или дракониха? У нас нету для этого знаков, так сказать. Вот почему мы знаем, что Аниксия — это дракониха? Потому что она Аниксия, так посмотрите, рога какие-то. Чисто, короче, Геннадий какой-нибудь дракон, а? Вот чисто Геннадий, но не Аниксия. Дракониды же есть, вов. Почему не могли сделать по такому образу? Ну, потому что, скорее всего, это бы слишком сломало игру, потому что дракониды — это в какой-то степени кентавры. Хотя, в принципе, кентавры были бы интересным тоже прецедентом. Но, скорее всего, сложно было бы шмотки пилить для такой расы и анимации какие-то специфические делать. И понимать, как, опять же, это все балансить с точки зрения хитбоксов, там, не знаю. Так, Хроми мальчик или девочка? Это провокационный вопрос. Пускай мы находимся на ВАЗде, но все мы знаем историю Хроми. Новую, я бы так сказал, историю Хроми. Ну это как, почему НАК не добавляют? Их как бы тоже неудобно делать для игроков. Да, и НАК неудобно. Но знаете, наги, они на втором месте. Я вот сейчас подумал, наги, они по сути те же драконы. Тут также меня бесит. Они тоже ящеры, вот. Получается, я не люблю рептилоидов. Рука, как тебе маунт обсидиановый разрушитель? О, это который как этой новой формы. Разрушитель. Во. А, как смертокрыл. Во. Блин, ну смертокрыл-то эпичный. У него морда такая, как бы сразу узнается. Вот эта вот челюсть огромная.
Смертокрыл, конечно, дракон был харизматичный, харизматичный. Я, если честно, даже не понял, кого, кроме Алекстразы, показали в ролике. Потому что, по сути, я знал только, что Алекстразу показывают, потому что в субтитрах было написано Алекстраза, и она рассказывала эту историю, вот. А кто, кроме Алекстразы... Блин, какой-то... Где-то был крутой дракон. Сейчас, возможно, его найду. Мне тоже нравится из времен катаклизма. На нем я тоже не летаю, как и на других драконах, но дракон классный был. Визуально. Господи, сколько у меня драконов. Грифон, главное. Чё ты мне грифонов вывел? Я дракона вызвал. Во. Это как дракон Алекстразы. Но он же вообще не такой в ролике. У нее, вот смотрите, какие рога огромные. Вот, так Алекстраза выглядит. Смотрите, какие эти рога. А чего у нее такие маленькие рога вдруг стали? Как это так? Алекстраза и без таких рог, рогов. Рогов. Где мои рога? Тревога. Тревога. Пропали рога. Пропали рога. Японский дракон самый классный, мхо. Так, ну тут уже торг начинается. Я вообще не любитель драконов. Но Вове, наверное, если бы я выбирал среди драконов... Ну, забыв про дракон Смертокрыла, он просто слишком... Он нечестно, он лучше всех... Озвучка из «Как приручить дракона» в мемстрим. Прекрасно. Так. Сейчас посмотрим. Не обращать внимания, тут ногу на ногу закинул. Ща. Что-то вообще не ищется, да, народ в подземелье. Так, мемс-стрим. Сразу узнал и не мог не сделать. Так, сейчас посмотрим. Да блин. А! Секунду. Так. Все, идите сюда. Смотрим нарезку господин Далека. Что это? К северу от полной безнадёги и всего в паре градусов южнее холодной смерти. Ох, крепко застрял на меридиане мучений. Моя деревня. Одним словом, не курорт. Здесь выросло уже 7 поколений, но дома совсем новые. У нас тут рыбалка, охота и сказочные закаты. Одна беда. Вредители. Обычно вредители — это мыши или там комары. Где рога? Вы видите ее рога? Драконы. Рога, вон рога. Да я вижу рога. Почему такие маленькие рога? Тоже спасибо, господин Далек. Повеселил. Так. Ну, в общем. Драконы, дракон. Реально, как приручить дракона? Да где мои, блин? 20 минут уже жду. Вообще. Уж этот ваш Лич Кинг. Да просто в синематике более реалистичные пропорции. Ну, это да, будем надеяться, что в игре какие драконы. Ой, эти рога. Ну какие рога? Конечно, за ними ничего не видно, я уверен, если от первого лица на этом драконе сидеть, то можно остаться без периферийного зрения. Да нормальные они в этой игре, они слишком большие. Ой, все, я просто привык. Я что, не могу привыкнуть?
Орк, у тебя есть посох легендарный, который в дракон превращает? Нет, я его хочу как-нибудь сделать, но все никак не сделаю. Я знаю, о чем речь. Это катаклизмовый посох. Хороший посох и хороший повод заняться им, чтобы какие-то еще вововские гештальты позакрывать. Но глобально как-то вот так. Так, ну что, получается, если прикинуть, то, наверное, где-нибудь... Ну, в идеальном мире, конечно, завтра, но не факт. Скорее всего, послезавтра тогда на втором дам ролик с таким уже более каким-то сконцентрированным мнением по поводу всего. Но пока моя первая реакция, конечно, разочарование. То есть я уже смирился с мыслью про драконов. Просто дракон. Ну, извините, это мой внутренний бзик, я не особый любитель драконов. Вот. Но тем не менее. Ну, просто как бы... Я, вся надежда была на драктиров у меня, а драктиров что-то показали вот таких вот. Вот таких вот драктиров. Можно, пожалуйста, ссылку на тот момент, как приучить дракона? Так это у нас в Дискорде... Да это надо, чтобы господин Далек залил на какой-нибудь YouTube и скинул ссылку в чат. В принципе, с самого начала можно было так сделать. Он просто ее загрузил как файл в Дискорде. Ура, орк пришел на васт. Ну, я не знаю, насколько я тут. Сейчас как бы вот стримую, а дальше посмотрим. Если васт будет рад продолжать сотрудничество, я буду рад, то будем сюда заглядывать, конечно. Но благодаря вас, да, у нас сейчас x2 стримов. И, наверное, кстати, вот стрим текущий с анонсом. Ну, с анонсом я выложу как только смогу. Скорее всего, завтра утром. Несмотря на то, что предыдущие стримы еще не все обработались. Поэтому я не могу выложить, например, вчерашний. До сих пор нет HD-качества у Лего Star Wars. И зато есть копирайт клейма. Так, сколько жетон стоит? Хороший вопрос. Давайте посмотрим. Так, жетон WoW 297 076. Кстати, тоже хороший индикатор. Если люди пойдут играть в WoW, то жетон подрастет. То есть, если аддон их впечатлил, ну, вот этот анонс, то поднимется цена на жетон. Поэтому, в принципе, имеет смысл последить за ценой на жетон в ближайшее время и понять ажиотаж. Ажитонаж, я бы сказал так. Тут неудобно отвечать, в отличие от Твича, так очень комфортно. Давай импортозамещать. Ну, посмотрим, опять же, на каких условиях договоримся. А ты знал, что в признанной критиками Морпк Final Fantasy 14 есть бесплатная пробная версия, включающая всю игру и отмеченный наградами Авенсуард до 60 уровня без ограничений по времени игры? Знал, и очень хорошая нативная реклама Final Fantasy 14, и это хорошая MMORPG, действительно имеет смысл на нее обратить внимание, но для меня не вариант, потому что слишком сложный английский, вот. Я хочу играть в MMORPG не для того, чтобы английский учить, и тем более я не выучу от таких слов, которые через неделю с головы вылетят уже. Окончательная. Ну и плюс визуально она не совсем меня радует, но игра хорошая, MMORPG отличная. Можете спокойно туда заглядывать. И да, Татару Хелпер я знаю, но это все равно не то. В общем. Хотя, может быть, знаете, может быть и то. Я вот сейчас подумал, а может и правда пойти в финалку играть? У меня, конечно, есть сейчас Алоды, но, возможно, после Алодов, когда я успокоюсь с Алодами, докачаюсь в Алодах. Мне интересно, сегодня вот до конца стрима найдет нам группу? Просто я понимаю, что я ничего не делаю, летаю по Штормграду, но я просто хотел именно по данжам Лича пробежаться, раз уж тут у нас Лич появился. Не надо, только не финалку. Но я не для стримов ее рассматриваю. Стримить ее тоже неудобно, капец.
Я именно для себя. Может быть, для себя я поиграю, хотя... Ну, сомневаюсь, просто понимаете, вот ММО, которое, да, оно вот сразу узнается. И которое нет, тоже сразу становится понятно. А дальше там разбирайся, не разбирайся. Если вот сразу не понравилось, то уже и не понравится, скорее всего. Для финалки тебе надо перестроить свое сознание. Там квесты выполняются не как в западных ММО. Да не в квестах дело и не в западных ММО. Дело в том, что там очень дофига английского. Тяжелого английского. Это во-первых. А финалка делает упор на сюжет. То есть люди, играющие в финалку, играют в нее во многом из-за сюжета. И постоянно там какие-то повороты обсуждают и сюжетные ходы. Это сюжетно ориентированное в первую очередь ММО-РПГ. Вот. Кто-то тоже летает на драконе. Такой, видимо, блин, полетаю на драконе после анонса. Татару Хелпил более чем помогает. Помогает, помогает, не до конца. И это все равно костыль. С тем же успехом я могу пойти играть в корейскую ММО. Там я, правда, вообще ничего не буду понимать. Но с переводчиком тоже поиграть может. Но я хочу ММО, в которое буду играть и чилить. А не играть и напрягаться. Типа, вот, что это, что они хотели сказать, что за реплика, что происходит, что это. И мне она не нравится визуально. Все, вы этого не исправите уже ничем. Вся надежда, что Орчи... Ладно, короче, пойду я все-таки квест поделаю, а то совсем тоскливо будет вам. Давайте в Баралус. И поделаем квесты бфашные. Но, может быть, для себя, да, я поиграю, вот, хотя уже пытался не раз. Но просто вот не совсем мое. Тут смайлики какие-то непривычные, что ли, мало эмоций, а смайлов, выражающих привычные эмоции на Твиче, не найти. Ставьте аддон Better Vast, вернее, расширение в браузер. Блин, я уже по привычке хотел нажать клубок и спокойно сидеть, смотреть, как мой персонаж идет. Вообще тема-то на самом деле гениальная, вот, с клубком-то. Вот, даже в Red Dead Redemption 2, по сути, такой клубок есть. Red Dead Redemption 2, там вообще игра про реализм. О, чудо произошло. Отметьте день в календаре, мы нашли все-таки группу. Поиграй лучше в Genshin, и сюжет, и вайфу. Genshin относится к той категории игр, которые я, ну, которым я испытываю позитивные эмоции. То есть вот то, что мне Genshin по нраву, оно, конечно, не прям сразу-сразу было понятно, но гораздо вот больше было ясно это. Чем, например, в финалке. Опять же, не отрицаю величие финалки. Просто не по моему вкусу. Запустил клубок и болтаешь с чатом. Конечно, такая тема вообще. Вчера как посидели хорошо, 80-е апнули. Так, я бью чародейской вспышкой, и чародейской вспышкой, и чародейской вспышкой. А потом сливаю какую-то штуку. Чтобы восстановить ману. Просто Blizzard очень плохо поиск пути алгоритм реализовывает, поэтому они не смогли это сделать. Чего? Ну, я думаю, уж Blizzard смогут такое сделать, если захотят. Тем более у них в Diablo Immortal есть такая функция. Ее, правда, чуть-чуть понерфили, да, но... На первой альфе она почти вообще всегда работала. Вот, она... Второй альфе или бета это уже была, там немножко поднерфили, то есть уже не все время можно было бежать ножками, ой, в смысле автобегом. Когда, блин, Diablo Immortal, а? Так, ну что ж, следующий анонс у нас в мае, да, по World of Warcraft, некая мобильная игра должна быть, некий мобильный проект. Так, все, они надоели. У мага тырить оружие. С
другой стороны, контент Торчи всегда выделялся и был самобытен. Он выделялся, что на Твиче, наверное, и здесь, но самобытность его всегда с ним. Спасибо большое за приятные слова. Но я не ЧСВ, чтобы принять их. Но чтобы не обидеть тебя, я приму их. Поэтому вот так. Но я не ЧСВ. Мобильный проект по Вов, наряди своего дракона. Блин, а если они реально сделают, знаете, такой промоут-проект, чтобы действительно какой-нибудь симулятор тамагочи, типа, с драконами. Вот будет хохма, конечно. А теперь вот так. И забираю второй. У, Мак, ты охренел. Ты все забрал. Ты эгоист, ты селфиш, Мак. А я скажу, Биг Мак. Такс. А почему не Алода? Ну, потому что сегодня день Вова, скажем так. Мы ему выделим время в этот раз. Мне потому что новый аддон, анонс и все такое. Повод собраться и посидеть вместе, вспомнить, почему нам нравится Вов, и вспомнить, почему нам не нравится Вов. Возможно. Возможно, сегодняшний анонс натолкнул на это больше. Ну, простите, я был оптимистом во время всех анонсов. Вот, ну можно же, чтобы мне анонс не понравился хоть один. Прям вот полностью. Как говорил ранее, пойду смотреть, как приручить дракона и готовиться к дополнению. Ха! И собрал. Ух уж этот маг, ну ты эгоист, сволочь последняя, ты маг. У меня нет цели. А у меня есть. Орк, мне кажется, или ты чрево вещаешь? Для того, чтобы делать хороший поиск путей, нужно все-все территории покрыть не нафмешем, сеткой для построения маршрутов. С ними Вове проблемы. Скажите это тем, кто юзал ботов в свое время, типа Honor Buddy и так далее. Спокойно там все пути выстраивались, а это даже была неофициальная штука. Кровь принадлежит мне! Везде эти боты Honor Buddy бегали и не пропадали. Анонс отличный, совсем не проходной. Ну что ж, фанат Коржа, вот видишь, здесь мы и... Здесь наша точка и разводит наши пути в разные стороны. Мы долго шли вместе, вместе фанатели от Коржа, но сейчас... Переходим на что-то другое. Васт, не удалось получить данные. У меня нет. Интересно. Мне нужна цель. Напишите что-нибудь в чат, пожалуйста. Не удалось получить данные. Странно. Что-то у вас, да, походу. У меня почему-то вас не открывается. Васт открылся. Васт упал. Ну вот, я думал, мы не застанем этот момент. Так, стрим работает. Все, вроде пошло дальше. Что ж, небольшое падение произошло, Васт не выдержал, но уже восстановился, понимаете? На нем раны заживают, как на звере. Поэтому, пожалуйста, сейчас, правда, я чат не вижу, нифига. Обидно, что это происходит на стримах, вроде как сидишь, онлайн хорош, все дела. У меня нет цели. Ну ладно, если вы меня еще слышите, будем с вами вещать в одну сторону.
Так, теперь касательно, давайте, в Rise of the Lich King Classic. Значит, мои причины, почему я мог бы поиграть в Лич. Это, значит, Артус, Артем Владимирович, Артуха, Артоша, Артиман, Артишок, ну, в общем, этот ваш мем. А теперь серьезно. О, у меня что, какой-то куб влетел? А, нет, показалось. Так вот, я бы с радостью проходил еще раз испытание крестоносца, испытание чемпиона. Эти рейд-данжи, они мне нравятся. Вот не знаю, многим они не нравились, типа такие ленивые, но мне прям зашли. Ульдуар можно, конечно, тоже, но меньше в него тянет. Возможно, я уже просто устал, пока фармил Мимирона, видеть Ульдуар. Можете, кстати, в чат на Твиче писать сейчас, потому что его я вижу, а Ваздовски, к сожалению, нет. Так, и... Что еще? Хватит ли у тебя смелости? Ну, Цитадель Ледяной Корон тоже, понятное дело, вещь хорошая, но, не знаю, наверное, я ее перерейдил, и плюс мы еще сколько раз бегали за непобедимым, плюс вот эти срачи опять на Саурфанге по поводу воли смертоносного. Это, конечно, все хорошо, но... О, чат тоже проснулся на Вазде. Это все хорошо, но не знаю пока еще. Вот и Ич, и К, возможно, вот это мой вариант. Но для того, чтобы мне точно поиграть в Лич Кинга, мне надо, чтобы у меня сейчас был персонаж 70-го, поэтому я все-таки, наверное, за кадром потихонечку буду своего приста покачивать на хроме. Вот, и к Лич Кингу, возможно, он все-таки у меня будет 70. Может, я даже успею какой-то кусочек БК... заметить. Заиметь. Нет цели. Вот. Хоть что-нибудь посмотрю в Burning Crusade, а то что-то планировал, а потом как-то хоп и пропал ажиотаж. Слышал, что в New World закрыли вход для всех, кто из России, даже не покупку отключили, а просто заблокировали тех, у кого уже куплена игра. Если бы мне был не лень качать 80 гигабайт сейчас, чтобы проверить, я бы, конечно, скачал, проверил. Но доверюсь вам. Если это так, то это, конечно, хреновый прецедент, но прецедент нелогичный. Но давайте с тем же успехом. New World принадлежит Амазону. Что еще принадлежит Амазон? Twitch. И что, мы Twitch заблокируем всем, получается? Они даже вернули возможность оплаты на Твиче, пускай и не самое удобное сейчас. У меня нет... Зачем наследница Твича ты, Орчи, уронил? Орк, да ладно. Привет, спасибо за контент на Ютубе. Привет и спасибо за привет и спасибо. А так мы тут смотрели как раз трейлер нового дополнения. Реагировали в силу своих возможностей. В силу своих возможностей переводили, что там говорят разработчики. Хотя вообще, конечно, не поспеваешь. Не знаю, бедные вот эти синхронные переводчики. Им нужно и слушать, и говорить, и при этом не отставать сильно, чтобы мысли не начали путаться. Чтобы, когда ты говоришь одно предложение, а уже... Тебе говорят третье предложение, а ты уже забыл, о чем было второе предложение. В общем, я не удивлен, почему синхронных переводчиков меняют через каждые 15 минут. Наверняка они очень-очень быстро устают мозгом. Твоя неудача. Но ты асинхронный переводчик, но это да. Но я пытался играть роль синхронного. Синхронный перевод — адский труд. Так я и не отрицаю. Нормальный Лич Кинговец, сразу видно, встал за колонны. Геройки ваншотнет. А вы дети БФА и Shadowlands. Удивление, что я не проходил крепость Утгард на этом персонаже. Самый, блин, популярный данж. Ну, воспроизводитель... А, это там. Самый популярный данж в Лич Кинге, наверное, потому что он всегда выпадает. Опять вас не может получить. Чатик.
Возможность оплаты была всегда через XOL, а вот сейчас уже через карту не проходит платеж, только через кошельки всякие. Не лень эть. А вот все, опять воскресло. Как могут надоесть алоды? Я думаю, могут, особенно на хай-левеле, потому что прокачка в алодах, она такая линейная довольно-таки. То есть ты не пойдешь по каким-то другим путям, если будешь качать еще персонажа, если там условно Вович как-то можно, хотя на самом деле тоже нельзя толком. Ну, по крайней мере, уровня до 30-го можно по нескольким путям пойти, а потом уже будешь бегать с каждого, блин, утюга квесты собирать, чтобы... Ура, прокнуло кольцо, жаль, мне не нужно. Береги себя. Всего хорошего. Ну-ка. Может быть, этот хил захочет поискать еще одну. Да пошел ты в пень, хил. Что это такое? Выходим. Так вот. Что-то я там говорил. Вот. В общем, все это брехня, что я сказал. Полная чушь. Несостоятельность моя. Поэтому не слушайте. Слушайте новую тему. Значит, смотрите. Есть надежный телеграм-канал. Там только 100% прогнозы. Делюсь с вами как с братьями. Так, ладно, давайте делать квест. Щербатый клык вепря 4 из 8. О, а тут что? Маленький сундук с сокровищами. Я не могу пройти мимо. А, так что... Вот. А, да, в алодах-то мало вариативности в прокачке. Или идешь сидеть на безвременье, или идешь делать квесты, делая вид, что не хочешь идти сидеть на безвременье. Поэтому я уверен, одного перса в алодах раскачал, и этого более чем достаточно. А потом начинается хай-левел контента, он, как правило, имеет свойство заканчиваться. Не бывает бесконечных МРПГ, ну, если не считать всякие линейки и так далее. Орк? Подкастер? Почему все пишут подкастер отдельно и с большой буквы? Меня это триггерит. Надо через дефис и с маленькой. Это же приложение к существительному, понимаете? А приложение к существительному пишется через дефис, если стоят после существительного. Это фамилия. Нет, что это за фамилия такая? Я же вам... Вы и так знаете мою фамилию. П. Аркадий П. Вот. Да, бывают такие короткие фамилии. Почему нет? Так. Ой, что-то я бедного лиса обидел. Далековато. Далековато. Так, орк, привет. Ты вчера рейданул Вики, она стала на главной. Круто, там как раз ее пёсель стримил. Чё? Где? Когда? На Вазде? На Вазде она играла во что-то. Не помню во что. А потом наиграл в Counter-Strike. И все. Дальше вроде ничего не было. Это от большого уважения к вам, Аркадий. Не надо вот это вот вы с большой буквы. Только не это. Вы же знаете. Я триггерюсь! Так. День добрый. Убейте угря клыка какого-то. А, блин, в данштейне встал. Скорее всего, это была роскошь. Вряд ли я еще раз смогу попасть в данж за сегодня. Но может быть еще энное количество минут. Мы поищем и найдем что-нибудь. Так, угля клык убито 0 из 1.
Что еще по поводу Лич Кинга? В целом можно пропускать первую стадию полностью, потому что Лич Кинг на первой стадии это Накс Рамос. Если вы играли в классику и застали Накс Рамос, вот, или сходили все-таки в Накс Рамос в классике, в отличие от меня, то можете скипать вполне Накс Рамос Личовский, в этом ноль смысла примерно. Драконий погост. Вот, я вспомнил, как называлась локация, которую я забыл, как она называлась. Так, теперь бьем маленьких горностаев. Да блин, достали! Как тут ауешнуть что-нибудь? А цель где? А цель где? У меня постоянно один горностай сваливает. Привет, Орчи. Раз речь зашла о том, в чего поиграть после Алодов, ты как-то говорил, что ТСО входит в твой топ игр. Может, в него зарубишься, когда Алоды надоедят? Не знаю. Скорее всего, какое-то время я отдохну от ММОшек и после Алодов. Потому что... Нет, конечно, я люблю порой какую-то вот залипаловку. Может, я переключусь на что-то другое, может, вообще не ММО будет. Может, буду ходить в Геншин. Прикиньте. Даже такое возможен я исход. Я могу это использовать. Поэтому по настроению. Погоди, дай перезарядиться. Погоди. Прекрати выносить лис, они ни в чем не виноваты. Так и я ни в чем не виноват. Но я ни в чем не виноват. Их главная проблема, что они мешают мне, не отдавая шкуры горностаев. Мне нужна цель. А теперь все, у них нет главных проблем. Так, и осталось завалить этого углеклыка как раз. Геншни баннер с Аякой вышел. Я вообще... Кто это? О, тут же волтбосс. Какой-то Аяка. Что? Что это? Извините. Сегодня я правда не выспался. Обычно я говорю, что я не выспался. Вот. Хотя, по идее, выспался. Вот, но сегодня я не выспался. Мне одной кажется, что Геншин смотреть скучно. А в чем глобальное различие смотреть Вов, смотреть Алоды или смотреть Геншин? И там ты бегаешь за своего персонажа и делаешь ежедневную рутину. В одной игре делаешь квесты, в другой, не знаю, по данжам ходишь, в третьей собираешь одуванчик. То есть ты обманывал нас, что ты не выспался. Но я говорил, что получается, если из двух возможных вариантов выбирать, скучно ли мне или я не выспался, приходится выбирать, я не выспался. Мне нужна альтернативная причина зевоты. Возможно, плохо комната проветривается, может еще что-то. Но она и правда плохо проветривается, поэтому не обращайте внимания, что я задохнулся на стриме. В Геншине чил можно даже не бить мобов. Да-да-да, и пробежишь мимо каких-нибудь хили-чурлов, и они на тебя не набросятся и не заиграет бесячая музыка. Я уже ее терпеть не могу, вот эта музыка, которая начинается, когда на тебя накидывается кто-то. Сохраняй спокойствие и делай, что должен. Какая-то такая она. Ветра! А так Геншин, конечно, ламповый. Достаточно ламповый. Так, нужно идти геймпас. Идемте. Ор, где сегодняшний Элден? Все сейчас вот закончу, как верну. Ну, вернее, ну, там просто опять зашел какой-то странный донатер, вот. И немножко подгадил. Поэтому мне нужно время, чтобы исправить стрим. И, короче, ищите его в ярких материалах сегодня, после того, как закончится этот стрим. Хотя могу прямо сейчас, по идее, сделать, чтобы не оттягивать слишком надолго. Так, поэтому посидите тут пока.
Арчибальд, а Элден будешь продолжать? Ну, не сегодня, а так, конечно. В смысле, продолжать? Мне еще там, между прочим, этого... Так, блин, а как мне тогда? Короче, мне еще там проходить Милену эту вашу. Что я теперь... Так, давайте где-то на два... Так, оп. Думаю, такой оп. Оп. Сейчас я обрежу, и все будет. Тип-топ. Так, во, прям попал именно в ту точку. О, господи, ну... Да, блин... Не обращать внимания. Так, все сбилось, все. Моление, та, что клинок Микеллы. Да-да, тот самый-самый адовый босс во всей серии Souls, судя по новостям. А в нашем случае мы должны ее ушатать быстро, решительно и бескомпромиссно. Поэтому постараемся ее убить как можно быстрее. Чтобы потом сказать всем... Кто страдал? Ребят, ну что вы? Ну вы что вообще? Это что, серьезно? По-вашему, сложно? Вы видели сироту? Я должен придерживаться легенды. Цитата с ДТФ про синематик нового аддона. Ролик Пандарии был топовый, там одного графона на волосах панды было больше, чем во всем... Ролики нового аддона. Я не знаю, что у них получилось с качеством, но он был дико пережат. Вообще вся презентация, то есть прям очень плохо выглядела. Так. Так, все, я поставил яркий момент. Обрабатываться. Сейчас он уже будет на Твиче через минутку, наверное, другую. Поэтому, если мы прошли сироту, мы должны придерживаться легенды, что сильнее сироты боссов нет. Поэтому как-то вот так. Так. Моление переоценено. Наша задача — это доказать. Так, крутыш найден. Ну, хоть не крепыш. Блин, эти квесты я не хочу делать. Все, возвращаюсь обратно в Баралус. Мне не хочется делать этих квестов. Все, обратно в Баралус, вези меня. Я сироту 7 раз убил, а Милению только 2 раза. Ну, придется убить Милению 7 раз и сравнить. Только так. Орка, подари нам стрим по Ведьмаку. Подарю когда-нибудь, почему нет? Сейчас у нас просто Лего. Вот, например, завтра, скорее всего, опять пойдем в Лего добивать. Ну, не факт, что прям добивать-добивать, но, по крайней мере, хотя бы полтора эпизода пройти. И, ну, или два, посмотрим. В общем, добьем уже Лего эту игрушку. Прикольно, на самом деле. Вот, не знаю. Даже какую-то ностальгию вызвало именно по Лего-играм. Я вчера себе сидел, выбирал Лего-игру на вечер. Вот. Решил, что попробую в Lego City Undercover сыграть. При учете, что мы ее как-то с вами уже играли. Даже на стриме. И я там еще делал вид, что я РПшу в GTA 5. Возможно, вы не досмотрели этот стрим после этого. Но, видимо, я Switch подсоединял, потому что у меня ее не было на компе в Стиме, например. Ну давай, найди мне другие дополнения, хорошо. Вот откуда найдет данж в Вове? Даже интересно. Скорее всего, из Дренора или из БФА.
А орк умудрил столько раз не умирать на змее со спецмеханикой. Да понимаете, я на таких боссах-то плохо раскрываюсь, а вот на боссах типа Малении я просто такой стою, короче. Так вот, я встаю... А, у меня села уже одна рука. Тяжело, конечно, два стрима. Не выдерживают некоторые органы Аркаши. Так вот, пока могу одной шевелить. Я встаю, значит, захожу, вернее, встаю в позу такую, расправив плечи, да, чтобы создать доминирующий эффект. После этого беру, смотрю и попадаю во все окна перекат. Блин, какой отстой! Я так и знал, что будет бафашный данж. Я старые реликвии за версту костьми чую. Еще и Брану здесь озвучку изменили. И претенденты. Чужаки, вы опоздали. Ну так вот. Теперь это храм моего хозяина. Хозяин, это, конечно, хорошо, но что еще лучше, это... Рука села, неправильно стирал, значит. Возродиться. Мне нужна цель. Так что, ребят, ну что вы переживаете? Убьем мы эту вашу Милену, Милану, в общем, все будет хорошо. Можете потом даже нарезать этот момент, где я говорю, типа, все будет нормально, успокаиваю, вот просто его специально вырезать, чтобы потом, типа, подставить моменты, где я бомблю на ней, схожу с ума. И бью геймпады и так далее, вот. Но дело в том, что вы не увидите этой части. Не будет ее, понимаете? Не будет той ситуации, когда я буду на ней бомбить и сходить с ума. Потому что я просто приду и убью ее. Да, сегодня я сгорел на змее. Да, сгорел. Но потому что это элементарный босс. Но на этом боссе все не видно. Все не видно. И ты порой попадаешь в окошечки, в которых все... Так, сейчас, я пытался сесть в глыбу. Все не видно, вот. Вот даже Рязана лучше видно, чем, собственно... А ведь он большой. Видите, я камеру отдалил, и мне все видно. Да орк Рилли может Малени быстро убить, не надо его недооценивать. Ребят, вы что, забыли? Я Исин Асина с седьмого трая завалил. Сложнейшего босса Секиры. Я даже не парился на нем особо. А, блин, не надо вставать в эти облачка. Точно. Или надо? Ты прошел капхэт? Нет, тут капхэт. Ну тогда, блин, капхэт просто выпал на отпуск, поэтому я начал капхэт, ушел в отпуск, когда вернулся, подумал, да и в пень этот капхэт дальше проходить. Сильным ло. Может, из вас орк порвал сироту. Что там, Миринда какая-то? Сироту? Ну ладно, сироту уж это. Мы 8 часов траили сироту. Тут уж можно как бы ему должное дать. Тот еще засранец. И это в Bloodborne, где вообще у тебя варианта нет. Ты приходишь, и никаких щитов, ничего. Стой и перекатывайся. Вернее, делай рывки в сторону. Больше у тебя вариантов избегать урона особо нет. Ну, разве что подпарировать, конечно. Но сироту тяжеловато подпарировать. Он очень быстрые атаки. А лоды закончились? Нет, просто сегодня тематический день Вова в честь анонс нового вовского дополнения. Так-то, конечно, я не особо хочу качать персонажа Вове сейчас. Лучше покачал бы его в Володах. Но сегодня тематический день. Так что все. Орк, серьезный вопрос. Да или да? Или дан, может быть? В общем, что я могу сказать? Проходите Секиру. После Секиры вам все не страшно будет. Возможно, конечно, побочные эффекты, что вы будете гореть
на змее из Elden Ring, вот, на самом безобидном боссе во вселенной. Так, немножко я тут, конечно. Не хватает маны. А, придется все-таки восстанавливать. Я так хорошо разогнался. Ща как восстановлю, где оно, где этот спел. Ой, не то. Другой спел. Как его? Где он? А где тот спел? А вот он. Все. Гениально. Орка, зачем ты убил сеньор в Геншине? Да потому что я понимал, что она не достанется мне. Получается, и никому не досталось. Ох уж этот дамаг аркан мага по одной цели. Орка, понятен хоть сюжет обновы? Я все просмотрел. Если честно, нет. Совершенно нет. Вообще нет. Я не понимаю пока сюжет обновы. Единственное, что я понимаю, что давным-давно заложили штуковину на случай чего-то плохого. Что-то плохое произошло, прилетели драконы и раскрыли всем свои острова. На этом моменте мы попадаем в сюжет. Вот. Кто злодей, что происходит, пока не ясно. В принципе, с Дренором было то же самое, по сути. Толком понять, кто злодей, было невозможно, потому что, я думаю, никто не допускал варианта, что придется бить Гороша еще раз. Он уже был финальным злодеем. Мру. Вы тоже. Что делать с игровой импотенцией? Поиграть в какую-нибудь фигню. Вот я поиграл в Vanguard Call of Duty, потом поиграл в другие, более такие известные Call of Duty, более любимые. В итоге прошел 4 Call of Duty. Теперь уже не могу играть в Call of Duty. Теперь у меня Call of Duty-вская импотенция, но пока я играл в Call of Duty, я был счастлив. А сейчас я буду играть в LEGO City Undercover. А еще я рассматриваю вариант поиграть в Death Stranding, который прям Director's Edition, чтобы, ну, знаете, пока Кодзима там игру доделал, я это подождал, и вот, как бы, все, наконец-то она есть, можно и поиграть. Правда, у Зари на облике букву затерли. Насколько я знаю, правда, но я не играю в Overwatch сейчас, чтобы подтвердить. Я не знал даже, что у нее раньше была буква Z. Соберу его снова. А вот вы... Вы умрете навсегда. Подскажите, пожалуйста, что за донные индикаторы здоровья у цели? Это у нас Need Plates, вот он. Не от платес. Тюремщик обещал какое-то злое зло. Ну, короче, они пришли. Они. И с ними мы будем бороться. Орга, интересуешься Overwatch 2? Нет, я жду, когда мне наконец объяснят, что такое Overwatch 2 и зачем это нужно. Вот. Потому что прошло, вы вдумаетесь, почти 3 года уже с момента анонса Overwatch 2. И до сих пор толком ничего не ясно. Вот разве что в апреле-мае, или в мае, насколько я помню, будет бета-тест Overwatch 2, и наконец-то можно будет посмотреть что-то. Но, я не помню, по-моему, бета-тест не включает в себя PvE-контент, если не ошибаюсь. А раз так, то получается, это просто будет большое обновление для Overwatch 1. То есть новые там герои, новые карты, вот это все. Они уже тут. Сэм. Просто я подумал, а чё нет? Таскать ящики в свободное время. Неужели это не прекрасно? Это вот этому нас Кодзима и к этому и приучал. Подождите, я чё, второй раз в этом данже? Я не понимаю.
Что за... Что происходит? Почему я в этом данже? Мы же уже убили всех боссов, кроме последнего, нет? Я внезапно... У меня произошла деперсонализация. Или дереализация, как она там называется. Я уже не понимаю, где я, что я, почему я в этом данже. Подал заявку на бета-овер? Ну, конечно, подал. А вдруг в конце 10.0 Азерот наконец превратится в Титана? Ждем, как говорится, всем селом этого. Пора уже явить Азерот. Есть очень прикольные фанатские концепты, как могла бы выглядеть Азерот, где она такая троллиха там. Вот это, мне кажется, прекрасный ее облик. И хорошо бы ее явили уже нам, и мы бы сказали «Азерот». Оргпод подал заявку на бета-овера. Да подал я! Подал! Что-то еще один раз отменил, вы думали? За 10 секунд. Такой орг подал, подал и отменяюсь, сижу. Они НСПВ? Нет, они не НСПВ. Они вполне себе обычные в стиле близов. Короче, все, дайте Азерот. Выведите ее, покажите. Дайте посмотреть, прикоснуться к богине. К Титану, вернее. В общем, я не знаю, кто они, но они грядут, и, видимо, они будут вот... и с ними нам помогут драконы. Маны бы. Маны бы. Вот моя мана. Красиво и смело. Здесь не место слугам язмы. Сейчас будет такой дэмэдж. У меня разогнанная эта штука. Мои когти пронзят твое сердце. Что вообще вроде дамаж как не в себя, как зверь. И такой вот от дамаг отстой. Вам здесь не место! Я должен был ее ваншотнуть. Орка, сможешь побудить вас сделать возможность смотреть идущую трансляцию сначала на удвоенной скорости, чтобы догнать прямой эфир? Как в Ютубе, а то с опоздунами обидно. Либо с середины смотреть, либо ждать окончания глядеть запись. Мои когти! Ну, у них вроде есть какой-то... этот... сервис, пункт в меню, где можно оставить там отзыв и так далее. Напрямую я особо сильно тут все равно повлиять не смогу. Маны маловато. Да маны, блин, у нее нет, понимаешь? А мне что с этого? Маны нет и нет. По поводу Вова. Мы еще не забываем, как в космическом рандеву или Дан... улетел вместе с Саргеросом. Спасибо, что убили жрица. Это у нас Иллидан на черный день. Чтобы, когда вдруг что, Иллидан вновь прилетел, и все такие «Иллидан!» Или как вот с Сильваной. В определенный момент Сильвана такая хопа, и уже как бы все свои грехи искупит, всех там из этой утробы вытащит. И мы такие «Сильвана, во!» И именно она нам поможет в тот момент, когда она будет нужна. Так что ждите, это висящие ружья. Или Дан и Сильвана. Они ждут, чтобы выстрелить. Не отменяй заявку, я за тобой слежу. Так я тоже за тобой слежу. Пам-пам-пам. Орка, ты понял, в какой момент они закрыли свои острова от всех? Ну вот, видимо, 10 тысяч лет назад и закрыли. Ой. Не знаю, я потом у лореведов послушаю, что там, что за драконы, что как вообще, что, как сюжет. Потому что... скоро пробудиться! Нынче... ты этого уже не увидишь! Нынче уже не угонишься, мне кажется. Потому что то там что-то в книге обязательно почитайте, то там вот... ролик посмотрите, то еще что-нибудь. Так, душ надо бить.
Что вы в игру играете, квесты читаете? Вообще что ли? Что в игру буду играть? Квесты читать? Может мне еще персонажа прокачивать? Ахронаш, кстати, выходит на связь. Ну, не знаю, сколько я... по крайней мере, последний раз, когда я заглядывал на X-Delayed, там другой диктор озвучивал. Я не знаю, как сейчас там дела в этом плане, кто озвучивает на X-Delayed. Я растерзаю твою душу! Узнаем у Лекарока. Ну, кстати, у него можем и узнать. Он следит за всеми этими теориями и прочими вот этими движухами комьюнити. Зул распотрошит ваши души. Господи, опозорило меня. Так, у меня опять, короче, глюк. Уехали куда-то из-за масштабирования интерфейса, уехали менюшки. Во, и теперь вернулись обратно. Орк, что тебе дает сердце и огонь? Под видео X-Delayed писали, что Хронж, возможно, ушел из проекта. Ну, возможно, это так. Короче, вот не знаю... Но вряд ли все там вот у него спокойно, хотя хочется верить, что спокойно. Ну, насколько оно может быть спокойно. Так. Да, Лекарок прям каждый нюанс разбирает, вплоть до теории заговора. Ну, иногда перебарщивает, конечно, но порой такие достаточно популярные идеи за рубежом, например, рассказывает. Такс. Чё еще? Можно еще раз встать в данж, но я не уверен, что нам не выпадет Аталдозор, или как он там. В общем, не Аталдозор. Аталдозор это рейд. Не люблю данжи БФА. И данжи Shadowlands. Все, сразу все эти данжи оставил. Потому что, блин, Plain Dungeon, что в Shell, что в BFA, это просто локации из игры. Те же самые, по которым ты бегал во время квестинга. Только теперь там все враждебные и босс стоит. Орк, пора запускать теорию. Артас, сын Алекстразы, поехали. Алекстраза. Нет, не вытекает отсюда никаких интересных гипотез. Ну, в общем, вряд ли я попаду сегодня в данж еще раз. Поэтому... что еще может сделать? Ну, опять пойду в Штормград. Теперь будем надеяться на возвращение Смертокрыла, как Артаса в Шейл. Ну, кстати, возможно. Возможно, скоро появятся вот такие теории, типа Смертокрыл вернется в этом Драгонфлайте. До сих пор не могу запомнить. В ДФе. Будем его называть ДФ. Мы же с вами настоящие профессиональные воверы. Мы должны уже сокращать. Шейл, ДФ, БФА, БК, ЛК, там, не знаю. Но Легион не сокращают. Легион! Просто так пробрасывать. Легион! Вот, если очень быстро пробросить, то почти как будто надо два слога сказать. Легион! Вот. Дренор. Да, тут вот никто не говорит особо. Панды. Моб говорят. В общем, все можно сократить. Так что все, в ДФе. ЛГН. 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 Это уже какой-то ВЛГН получается. Короче, ДФ. Вот, в ДФе, может быть, и появится Смертокрыл. Почему нет? Ведь черные драконы никуда не делись. А еще там есть сынок Смертокрыла, господин Гневион. Вот, который все с нами ходит и пафосным своим новым луком светит.
А поскольку он у нас теперь на стиле такой вот... О, гипержатый океан. Блин, хотел в свое время сделать это, по-моему... Надо какую-то цепочку квестов пройти или еще что-то. Короче, что-то надо было сделать для вот такой вот... Для прокачки рыбалки. У меня есть костяная удочка. Артефактная. Старый гном и море. Че, уже даже не надо учить рыбалку, что ли? Она... Я уже забыл. Автоматически теперь всем дается. Я не помню просто, чтобы я учил рыбалку. Гневион, наверное, расстроится, что Андуина не будет. Да уж, как они теперь будут? Как их шиперить будут люди? В конце концов, это Гневион, это Андуин. Это база, это факт. Это факт. Так еще можно тут продолжить тему с Дарнозму на Сдорму, поехавшим из Инстаката, про темное будущее. На самом деле можно много чего продолжить. Но я думаю, что, скорее всего, близы будут делать как бы новую нам... новую метавселенную касательно драконов. И думаю, что особо прям сильно мы на старых персонажах, там, на аспектах и так далее зацикливаться не будем. Типа, будут свои какие-то локальные истории, каких-то локальных драконов. Потому что вот весь Shadowlands был в основном про это. Коллекционные солеплав. Соленоплав, вернее. Жесть, стою, рыбачу в Штормграде. Вот так лицо село. Нет. Села пока только одна почему-то рука. Не знаю почему. Все остальное подъедет в течение где-то минут 10. Как правило, этого всего хватает часиков на 6. Ну давай, давай, найди данж. Попробуй, найди мне данж. Ну найди мне танка. Ты что, серьезно нашел мне данж? Ты издеваешься? Что за данж? Я, может, сразу ливну. Рук, ты что, андроид? Что за... Ой, что за бред? Никакой я не андроид. Так вот, чат... О, мне что, нашел данж? Нет. О, катаклизм внезапно. Ура, аддон катаклизм. Катаклизм. Третий аддон к дополнению World of Warcraft, вышедший в 2010 году. Все знают, что Arch iOS. Получается так? Блин, ладно, но я, наверное, все равно люблю из этого данжа. Немножко в нем посижу, повспоминаю. Катаклизм. Ор, как отразится объединение фракций на сюжете дополнения? Никак, потому что типа объединение фракций касается только тех аспектов игры, где Альянс и Орда не враждовали ранее. То есть в основном завалить какого-нибудь гада. Куча. Привет. А цель где? Привет, куча воды. Ну вот видишь как. Получается вода куча. Теперь. Осуждаю ливеров. Да я ДД, они найдут в два счета. Только следующий ДД и обрадуется, скажет. Фига, меня тут под конец закинуло. Орк, ты помнишь хоть одного босса из этого инста? Что-то там в конце надо прям шаманить было с какими-то направлениями лучей. Но, по-моему, это уже упростили и вроде как делать не надо. Но в оригинале надо было там эти лучи дурацкие направлять, и без этого, соответственно, босс пройти был нельзя, и, как всегда, рандомы тупили, и я один эти лучи делал. Вот, все, что я помню об этом данже особо. Еще помню, что там босс в одной локации будет как бы... Ну, вот здесь он будет, вот, да, посередке, а по бокам всякая вот эта штука. Это вообще, по-моему, на артефакты, да, или что они пришли... Ой, в смысле, на... археологию, да, на археологию. Смайлики, тут жесть, конечно. Это стикеры.
Смайлики там отдельно. Там смайлики типа вот эти. Палец вверх, короче. Вот в таком духе. Стикеры, да, это вот их фишка. Но мы пока свои стикеры загрузить не можем. Но как сможем, я загружу. И будет у нас красота. Но стикеры... Стикеры, ну, мне не особо нравятся здешние стикеры, но... Но здесь зато вот держи сердечко отправляют, как можно не умилиться. Свет, защити меня. Так, вот, вот здесь, а, падать вниз надо было и бить как раз этих змей. Ведь вспоминаю, но я активно играл во времена катаклизма, так что вы не думайте. Я могу даже и на душу дракона вспомнить тактики при должной сноровке. А цель где? Мы вообще-то ее в ХМ закрывали, а тогда еще не было эпохалок, тогда были только нормалы и ХМ, так что прошел катаклизм по-батьковски выходит. Но смотрите, рандомы бросились вниз, это как-то удивительно. Как так вышло-то? У меня нет цели. Сюда. Раскатистый гимн. Давай танк. Вообще, данжи катаклизма это на самом деле для рандомов беда-беда даже сейчас. В некоторых данжах просто без понимания, какой энкаунтер тебе надо выполнить, я думаю, вот очень тяжело людям. Потому что там то, блин, чувака надо водить, чтобы оплавлять его броню, под струей лавы. То, короче, вот здесь, например, прыгать вниз этих змей, зачищать, бежать наверх как можно быстрее, потому что тебя дамажит ежесекундно. То, значит, правильно там, в правильном порядке в этом, ну не то, что в правильном порядке. Ну вот, например, здешний... Короче, я вот сейчас подумал, вот это вот с лучами, например... Арчи, я задам тебе постылевший наверняка да. вопрос, да. но, чтобы скрасить его скочертелость и заезженность, я задам тебе его через дона. Понял. Надеюсь, ты не будешь сердиться, потому что вопрос важный. Когда? Блин, завтра среда. Среда? Да, завтра среда. Ладно. Не то, чтобы я ненавидел среды, но просто завтра среда. Спасибо, чатерс. Конечно, всегда отвечу я. Всегда. Так вот, да, я вот сейчас подумал, катаклизм реально заставлял шевелить мозгами игроков. Но это оказалось слишком сложно, и в итоге от этого отказались. Но если так подумать, то... Были же прикольные механики. Естественно, лучи эти дурацкие бесило делать. Но вот, например, проводить чувака под магмой, чтобы оплавить ему броню, в этом был какой-то шарм даже. А что, завтра среда? Завтра среда. Аддон для гениев. Да, вот именно, для гениев. Сейчас, по-моему, вот этот босс как раз надо будет какие-то лучи направлять. Так. А так, да, вообще, если подумать, то реально для гениев. Тут почти в каждом данже какая-то уникальная механика была. Вспомните в этом подводном данже в Вайшире. Там тоже, блин, значит... Один босс вот справа, который, я не помню что, но что-то там, его почти никто никогда не убивал, потому что он не обязателен, но там что-то тоже надо было делать, а вот финальный босс там надо же было, это, нахватать бафов, потом, ну вернее, сначала мочить там одних товарищей, потом... После этого, когда активируется бурст-фаза, догадаться, что тебе надо переключиться на этого кальмара и его фигачить. Так, пожалуйста, только не... Ага, ну поехали.
Осталось ввести последний код для открывания двери. И... сработало! Ох уж эта спина смертокрыла в ДД. Сколько вайпов было? Ну, в ЛФР регулярно было. То есть вот эта вот механика в стиле «перебегите на левую сторону, перебегите на правую сторону», она была слишком сложна для ЛФР. Мне нужна цель. Проклятые каменные троги. Маны бы, я тебе не барша. Опять троги. А цель? Орг, зачем весь этот обман? Компрессоры, прочие звуковые эффекты. Все знают, что ты андроид. Повсюду зеркала. Я не собираюсь отвечать на подобные провокации. Сбой программы, повторяю, сбой программы. Я видел камеру. Орг, будешь проходить Лего Индиана Джонс Мафия 2 на стриме? Лего Индиана Джонс, скорее всего, нет. Мафию 2 мы прошли на стриме. И прошли Мафию 1 на стриме. Единственная мафия, которую мы не прошли на стриме, это Мафия 3, но я ее прошел сам. Вот. И, в принципе, не особо что-то глобально мы потеряли от того, что не прошли Мафию 3 на стриме. Разве что я бы каждую секунду сокрушался касательно того, что главный герой — полный отморозок. При всем уважении, но это жесть. Так, то есть ничего не надо делать. Я уже везде ищу подвох. У меня нет цели. Короче, и вот из-за этого катаклизм является одним из самых непопулярных маршрутов, скажем так, для поиска данжей. То есть на данный момент катаклизмские данжи ищут дольше остальных, и я удивлен, что сейчас выпал катаклизмовский данж. Вот это действительно было удивительно для меня. Орк, а кому сегодня ты кинешь рейд? Опять к челу, который назовет меня андроидом? Ну, посмотрим, кто там будет. Может, Вика пойдет на вас, кто знает. Или она сдалась и ушла в Dragon Age. Ха, продалась драконом. Каменная волна, вот тут тоже, короче, под эти обилки попадать нельзя было ни в коем случае. Надо было еще каждому знать точно, что ему делать. Хилу там танку. Опять упал вас, судя по всему. Ну, чат, по крайней мере. Каменный трог, грабитель. Да сколько можно их тут спаунить? А цель где? А цель где? Вы не богаты. А цель где? Да это не был весь вопрос, глупышка. Когда появится возможность платно подписаться на тебя на Вазде, не знаешь. Не хочу смотреть рекламу сока добрый. От нее я совсем не добрый. Меньше чем три. Позвучать раз. Блин. Как можно не любить рекламу сока добрый? Товарищ Арчальник, мне показалось или нет? В конце было ощущение, что Близы хотят сместить среднюю медианную возраст игроков в меньшую сторону. Свежей крови захотелось, получается. Куча воды, вот я честно считаю, что нынешний Warcraft можно с 5 лет играть, в принципе. Потому что нынешний Warcraft настолько family friendly, настолько вот как бы... отполирован с этой точки зрения, что да, его можно сейчас реально, мне кажется, 5-летним детям давать играть. Единственное, правда, они, скорее всего, тогда пострадают в плане того, что приобретут себе определенную зависимость от этой игры, да, но тем не менее, глобально в их характере вряд ли появится что-то негативное, кроме зависимости от Вова. Поэтому давно уже так. И вот не знаю, Дренор, наверное, был последним дополнением. Или Легион, где еще, ну, как-то вроде ощущались эти 12+. Там БФА, ШЛ абсолютно стерильные. И, судя по всему, дополнение вот про дракона тоже будет таким.
чатерс, да это не был вопрос, когда появится возможность платно подписаться на тебя на ВАЗДе. Я завтра спрошу господин чатерс, но, насколько я знаю, долго эти заявки тут рассматриваются. Даже для тех, кого пригласили сюда постримить, как меня. Алло, алло, меня слышно? Да, я вас... Да, я вас слышу нормально. Сигнал получен. Рекаш, с тобой побегать танком хилом, или ты уже закругляешь? Да, я думаю, это последний данж, я пойду уже. Нет! А чё за лучи? Какие тут лучи надо было? Тут надо было лучи. Почему я вспомнил про какие-то лучи? Протокол активации устройства. Загружаю новые рабочие. Чел, ты не звучишь как андроид. Завершена. Что это за загрузка завершена? Защиты. Он не звучит как робот. Ну, я не знаю, справедливости ради, у нас сегодня первый раз такое. Ну, правда, третий стрим, мы особо не... То, чтобы успели сильно много пока на ВАЗДе позажигать, но за три стрима вот только сегодня какие-то проблемы возникли, предыдущие стримы нормально шли. Почему я не прожимаю свои кулдауны? Маны маловато. Маны нет, маны бы. Ох, манки бы. Установка активирована. Уничтожение чужеродных элементов произойдет незамедлительно. Наверное, надо было в него. Не помню. А может, вообще ничего не надо было? Может, для хила чисто сделали жопошную механику? Устройство Анрафет отключается. Так, блин, а что за лучи? Это здесь были лучи? Диспетчерская открыта. Кто лучи? Вы помните тут лучи? Где-то же были лучи. Текс. Столько стримеров на вас заглядывают, жесть, их проспонсировали. Ну, да, наверное. Но меня проспонсировали. Вот так. Сейчас, еще минутку. Вот, поэтому спасибо всем, кто переходит на вас. Говорю, сейчас, к сожалению, да, пока Twitch ничего не выплачивает. Сапки все потеряны, кроме тех, что мы успели с вами на Бусте сохранить. Благодаря вам. И вот. Поэтому приходится альтернативные варианты тоже рассматривать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Какая душнина. Ой-ой-ой-ой. Ой, как голова-то. Как кольнуло прямо вот в мозгу, как будто кол вбили. Я представил сейчас четырех этих боссов, мини-боссов бить. Ой, как больно. «Лунного рыцаря» или «Хейла» смотрел, ни то, ни другое. В «Хейла» пытался недавно вновь заиграть. Уже много раз начинал играть. И в «Хейла» пятый вроде, или какой там был, до «Инфинита». И в «Хейла Инфинит», и в «Хейла Рич», который в «Мастер Чиф Коллекшн». Вообще что-то мне не заходит совершенно, не нравится «Хейла». Ни стрельбой, ни геймплеем, ни... происходящим, ни врагами, ничем вообще. Просто вот играю и думаю каждый раз. А цель где? Не понимаю, что вы все в этой игре нашли. Ну, я, вернее, возможно, я понимаю, потому что, если так подумать, не так много существует шутеров в sci-fi сеттинге в целом. Поэтому это, наверное, многие нашли. Но я не понимаю, пока эту серию несколько раз к ней с разных сторон подходил. Возможно, когда-нибудь пойму и скажу. Ребят, поиграл, блин, в Halo Reach, после этого прошел Halo 1, после этого Halo 2, все как в тумане, короче. Все выходные провел, всю эту четверологию, пятилогию, шестилогию закончил. Я про сериалы. Так я понял, что про сериалы, но я про игру. Ну, то есть, для того, чтобы смотреть сериал, мне, наверное, желательно понимать, что происходит. Все, что я знаю о Halo, это Мастер Чиф и спартанцы. В принципе, все. Мастер Чиф, спартанцы. Мастер Чиф, спартанцы.
Орк Джуз стримит тут, можно ему рейд кинуть. Блин, киньте мне рейд кто-нибудь, что все стримят, а мне рейд. А как же Картан? Ну да, Картана еще. Картана, Чиф и спартанцы. Света, прими меня! А, тут надо одного убить. И все. Что-то я вообще забыл, видимо, эти данжи. Я тоже только это знаю, от первой серии кайфанул. Ну, возможно, имеет смысл посмотреть. Но вот игры я пока понять не могу. Касательно Стражей и синематики того, откуда они взялись. Я могу ошибаться, но, по-моему, в кратере Унгора они были в сюжете локации. По крайней мере, что-то там было. Не помню. Я помню лазеры и чаржи, правда, не здесь. Возможно... А, возможно, это был другой данж. Тра-т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 а. Кинь мне рейд. Ты вас традишь своим онлайном, зачем тебе рейд? Ну не надо тут, у меня далеко не самый большой онлайн на Вазде. Но, возможно, сегодня был, потому что много людей пришло смотреть, как мы смотрим анонс нового дополнения. Да. Напоминаю, что на одну из рук я не способен сейчас. Еще! Как думаешь, есть смысл брать подписку сейчас в WoW за Gold или до аддона еще далеко и бесперспективно для региона? Думаю, второй вариант. Вот, блин, зачем я по традиции зашел на Twitch посмотреть, кто стримит, кому кинуть рейд. Блин, вот Джуз вообще читерит. Пошел смотреть аниме, прикиньте, аниме. Так, все, видимо, мне тоже сюда надо приходить с вами аниме смотреть. Ладно, передам вас Респену Джусу по такому случаю, вот. И будем закругляться. Опять у нас сегодня два стрима, поэтому немножко, конечно, я уже под конец подплавливаю. Вот, но тем не менее, спасибо большое, что... Что мешает тебе? Спасибо большое, что сегодня пришли. И на Elden Ring нас было много. И на World of Warcraft было много. В принципе, и там хорошо посидели. Вот. Единственное, что, конечно, с аддоном пока ничего не ясно. Но это еще дополнительно обсудим. Спасибо также, конечно же, за подписочки все, подарочные, ресапки. Сегодня бусти было много. Вот, и донат, конечно, тоже спасибо. Передавайте привет Джусу и готовимся к новым свершениям. Увидимся завтра и до встречи!